Прежде всего, я предлагаю свой шаштан на два пушпанджали, свое сердце подобно лепесткам цветов, тысячи и тысячи раз лотосных стоп моего духовного учителя. Нитя лилы правишты ом вишну пада штотра шата шри. Рупа нуга чари вари шилы бхактивиданты нараяна госвами махараджа. Certainly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my param guru days to Srila Prabhupada, to all the eternal associates of Srila Prabhupada, and our entire Sri Rupanuga Gaudiya Guru Deva. Затем я предлагаю тысячи пранам и лотосных стоп парам Гуру Дева, Шрилы Прабхупады, его вечных спутников и всей нашей лучезарной Шри Рупануги Гуру Парамбары. Finally, I offer my pranam to Param Pujapad, Sri Bhaktilok Paramadvaiti Goswami Maharaj. Затем я предлагаю свои дандават пранамы Шри Парамадвейти Махараджу. Пуджапад Шри Бхактивиданта Неми Госвами Махараджу. И Пуджапад Бхактивиданти Неми Махараджу. И всем собравшимся тут вайшнавам и вайшнаве. Хари Бол! Junior and insignificant person here, so it's appropriate I should speak first. Я самый тут незначительный и самый младший по старшинству среди вайшнав, поэтому уместно, чтобы я говорил первым. Today we are most fortunate. Сегодня мы чрезвычайно удачливы. Because we are celebrating the anniversary of the inauguration of the Pushpa Samadhi.
of Param Pujapad. Dandithilila Purishtam Vishnupada Shtodar Satsi Пакир Мохан Прабху Махарадж Ки Джай. Сегодня мы чрезвычайно удачливы. Мы собрались тут отпраздновать юбилей установки Пушпа Самадхи нашего горячо любимого Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада Штотра Шата Шри Пуджапад Шри Факир Мохана Прабху. Пушпа Самадхи. It is said, Накарма Бандана Джанма Vaishnavanam na vidyate. A pure Vaishnava has no birth and no death and no bondage of karma at all. Считается, что у чистого Вайшнава нет никакой кармы, у него нет рождения и нет смерти. Kena api parama svatantra bhagavat bhakta sangha. The pure Vaishnavas are parama svatantra. They're not controlled by karma, they are independent. And freely they wander here and there throughout the world, bestowing mercy upon all the living entities. Чистые вайшнавы являются парамасватантра, чрезвычайно независимыми, не свободны от любой кармы. Они не подчиняются никому и ничему. По своей доброй воле они странствуют повсюду в этом мире, одаряя благом всех. Асяпи дева вапусо мадануграхасья. Свеча майасе нахи бута майасе копи. Lord Brahma, he said, oh my Lord Sri Krishna, you are not independent. You are controlled fully by the love of your devotees. Господь Брама сказал, обращаясь к Кришне, о Господь, ты не являешься независимым, потому что ты полностью подчиняешься воле и любви своих преданных. So pure devotees, they're independently wandering here distributing mercy. But even Krishna is not independent, he is controlled by their prema. Сам Кришна, Господь не является независимым, а чистые преданные, они действительно полностью сватантры, независимы, и сами по своей сладкой воле решают, кого дарить милостью, и им подчиняется сам Кришна. Вакта ама праме бандиаче, ридая витаре, яхан нетрапарита декае, амаре Си Кришна хасе. Those pure devotees, who have bound my heart with the rope of their love. Wherever they glance, they see me everywhere. Шри Кришна говорит, что мои чистые преданные, которые так горячо меня любят, куда бы они ни посмотрели, они связали мое сердце веревкой любви, и куда бы они ни взглянули, они повсюду видят только меня. This is Vaishnav Tattva. Это Vaishnav Tattva. Nirapeksham Munin Shantam Navaryam Samadarshanam. Anubrajam yaham nityam puyayam attan grirainu bihi. Sri Krishna said, my pure devotees are nirapeksh. They never depend on any worldly circumstances. Sri Krishna говорит, что мои чистые преданные нирапекши, они не зависят ни от каких внешних обстоятельств. They are niskinchan. They don't depend on any money, any followers or anything of this. И они не скинчены, им не нужны ни деньги, ни последователи. Они ни от кого не зависят. Nirapeksham munim. Muni means they're in manan, always meditating on Astakaliya Lila, 24 hours a day service to Radha Krishna. Муним. Они совершают манан 24 часа в сутки. Они памятуют о трансцендентных лилах, Аштакалия Лила Господа Кришны и Радхи. Navaryam. They never have enmity towards anyone. They have no enemy in this world. Они не испытывают враждебных чувств никому в этом мире. Samadarshanam. And they see everyone equally. All are Jivara Swarupai Krishna and Nityadas, the servants of Krishna. Они равнозначно относятся ко всем, признавая каждого как слугу Кришны. Sri Krishna said, such devotees, anubrajamyaham nityam. Wherever they go, I'm running behind them. Кришна говорит, куда бы такой преданный ни отправился, я бегу следом за ним. Why? Puyat tangri renu bi. Krishna said, I run behind my pure devotees to take their foot dust and purify myself. Кришна говорит, я бегу вслед за своим преданным, чтобы собрать пыль с его стоп и окропить свою голову этой священной пылью, чтобы очиститься. But one may say that Sri Krishna is already pure. Кто-то может возразить, но Кришна же уже безупречно чист. Саттам вишудам васудева шабдитам. Кришна is вишуда саттва. Why is he running after the Vaishnavas to take their foot dust and purify himself? Зачем ему пыль со стоп его Вайшнавов, чтобы очиститься, когда он уже вишудха саттва?
Because one type of impurity is called when you are really in debt. Потому что один вид загрязнения – это когда мы находимся в долгу перед кем-то. Долг – это загрязнение. Because, see, Krishna feels indebted to his pure devotees. Так как Кришна считает себя в неоплатном долгу перед своими чистыми преданными. For their completely unconditional selfless service and sacrifice. За их безупречную, бескорыстную любовь к нему и все жертвы, которые они приносят ради него. На парьям нирабаджа самьюджам. Because see, Krishna said, "I cannot repay you to Radharani and Brajagopis." Krishna сам во время Расалилы признался Радхарани, что он перед ней в неоплатном долгу и перед всеми гопи. So when the maidservants of Shrimati Radhika appear in this world as our acharyas and pure Gaudiya Vaishnavas, then Krishna, he cannot repay them. So he wants to purify himself of this debt by taking their food dust wherever they want. И когда служанки Шримати Радики приходят в этот мир в облике наших духовных учителей, ачарьев, Кришна всегда чувствует себя перед ними в неоплатном долгу. So Srila Fakir Mohan Prabhu is such a Vaishnava. Srila Fakir Mohan Prabhu как раз и относится к такой возвышенной категории чистых вайшнавов. When he was a small child, когда он еще был совсем маленьким, he lived in the same village of Srila Gaura Govinda Maharaj. Он жил в той же деревне, в которой жил Шрила Гаура Говинда Махарадж. And they used to go to school together. Они были друзьями, вместе ходили в школу. So when they were 5 years old, когда им было 5, one day the two boys they looked on a map. Однажды мальчики взяли в руки географическую карту. And they saw that Jagannath Puri was here, and the Himalayas was there, only about 5 inches. Стали рассматривать и увидели, что Гималаи совсем недалеко от Джаганатхапури, всего лишь 5 дюймов расстояния. So they decided, we should run away from home and go to the Himalayas and do yoga sadhana, become great yogis. Они приняли решение сбежать из дома и отправиться в Гималаи, чтобы стать йогами там и совершать йога садхану. He told me himself. Сам Факир Мохан рассказал мне эту историю. So the two little boys set off from the village. Двое мальчиков убежали из своей деревни. And they walked to the next village. Дошли пешком до следующей деревни. And the next village. Еще до одной деревни. Still they could not see the Himalayas. Но не видели еще Гималаев перед собой. But by now they were only 5 years old. They became hungry. Но так как им было всего лишь 5 лет, они уже проголодались к этому времени. So they went into a sweet shop. Они зашли в кондитерскую лавку. And the owner of the sweet shop recognized them. Хозяин этой лавки узнал детей. Он знал, чьи это дети, и тут же послал кого-то из слуг в их деревню, чтобы оповестить родителей, что дети очень далеко от дома находятся. Yes. So these are some of the childhood pastimes. Это детские лилы Шрилы Факир Мохана. Two great pure Vaishnavas. Это двух великих чистых вайшнавов. Шрилы Факир Мохана Прабху и Шрилы Гаура Говинда Махараджа. Шрила Гаура Говинда Махарадж, when he was very young, his marriage was arranged. Когда Шрила Гаура Говинда Махарадж был еще в юном возрасте, его родители договорились о его помолвке. But Шрила Факир Мохан Прабху, he was very intelligent. When he was 9 years old, he ran away, but this time not to the Himalayas, to the Gaudiya Mart in Bagh Bazar, Calcutta. Но Шрила Факир Мохан Прабху был очень разумным, предусмотрительным. Когда ему было 9 лет, он уже убежал из дома, но в этот раз он отправился не в Гималаи, а в Gaudiya Mart, Bagh Bazar. So from the age of 9 he stayed in the mart as a brahmachari. Из 9 лет он стал жить как брахмачари в Gaudiya Mart. And his service was to sit at the reception and greet the guests. And make sure that no one leaves without taking some mahaprasadam of Thakurji. И его служение, послушание было следующим. Он сидел в ресепшене и приветствовал всех входящих гостей, и потом прощался со всеми и угощал всех махапрасадом, чтобы никто без махапрасада не покидал храм. So at that time, when he was a young boy serving all the guests, one grihastha bhakta used to come and visit. В то время, когда он служил так гостям Gaudiya Matha, один бхакта грихастха приходил в этот храм. And he used to talk with him and give mahaprasadam to him. Он беседовал с ним, угощал его махапрасадом. His name was Abhay Charanaravinda. Этого вайшнава звали Абхай Чаранаравинда. So from his childhood, с самого детства, before Srila Prabhupada became famous, he was already serving Srila Prabhupada. Шрила Факир Мохан Прабху уже с детства служил Шриле Прабхупаде, еще до того, как Шрила Прабхупада стал известен по всему миру. When he was a little older,
he became the personal servant of Acharya Dev, that was Bhakti Prasad Puri Goswami. Когда Шрила Факир Мохан повзрослел, он был уже юношей, он стал личным секретарем Ачарьи того времени, этого Гаудия Матха. Previously known by the name of Ananta Vasudev Paramananda Bhushan Prabhu. Который до этого звался Шрила Вьясадев Парамананда Бхушан. Srila Ananta Vasudev Paramananda Bhushan Prabhu. Paramananda Bhushan. So during the time of Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur, Srila Prabhupada himself said, he is my right hand. Сам Шрила Бхакти Сиддханта Сарасвати Такур называл Шрила Ананта Васудева своей правой рукой. He is my right hand. And all the pranam mantras that we are chanting today to Prabhupada Bhakti Siddhanta Thakur, Srila Gaurakishoras Babaji Maharaj, Srila Bhaktivinoda Thakur are all composed by that great personality. И как раз он и написал все пранам мантры Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такуру, Шрили Гаурикишорас Бабаджи Махараджу, которые мы воспеваем по сей день. Он автор всех этих пранам мантр. Some controversy came later. Позже возникли некоторые такие конфликты, но с нашего уровня мы можем только кланяться ему. So when the controversy came within the Gaudiya Math, at that time, the Sri Bhakti Prasad Puri Goswami told him, Fakir Mohan Prabhu, to go and take Diksha from Sri Kanu Priya Goswami. Позже, когда возникли всякие такие недоразумения в Матхи, какая-то неразбериха, Шрила Факир Мохан Прабху принял прибежище у лотосных стоп Шри Кану Прия Госвами. Шри Кану Прия Госвами was born in the direct family line coming from an associate of Шри Чайтанья Махапрабху, Садашив Кавираджа. И он родился в династии, которая брала свое начало у Садашива Кавираджа, близкого спутника Чайтанья Махапрабху. So even though the Goswamis in that line, they are very highly respected and illustrious aristocratic family. Это была аристократичная родословная такая аристократическая династия. Kanu Priya Goswami did something that no one had done before in that line. Но Кану Прия Госвами сделал нечто новое, что прежде никто не делал до него. He was so absorbed in Harinam Bhajan that he didn't get married. Он был настолько погружен. Это была семейная династия. И он был настолько погружен в Бхаджан, что responsibility to be married, so the line will continue. Не стал жениться, что было нарушением традиции, своего рода нарушением, потому что это была семейная линия, по которой отец инициировал сына. So, Kanu Priya Goswami gave a diksha to Srila Fakir Mohan Prabhu and told him, I want you to go to university and study Sanskrit and serve the Vaishnava community by Granta Seva. Шри Кану Прия Госвами дал дикше посвящение Шри Факир Мохану Прабху и сказал ему, что он должен посетить, что он должен завершить образование высшее, получить высшее образование в университете и после этого посвятить свою жизнь служению вайшнавов, переводам священных писаний, написанием трансцендентной литературы и так далее. So he went to Utkal University and there he did his degree, MA and PhD. His doctorate degree, PhD, was called The Footsteps of Sri Chaitanya Mahaprabhu in Orissa. И затем Шрила Факир Мохан Прабху отправился в университет, Уткал университет, там он получил мастерскую, мастерский диплом и также защитил докторскую. И его диссертация называлась «Следы Шри Чайтаньи Махапрабху в Орисе». As part of his doctorate, he translated a book called The Philosophy of Manjari Bhav in the Gaudiya Vaishnavism. И пока он писал свою докторскую, он перевел книгу The Philosophy of Manjari Bhav в Gaudiya Vaishnavской философии. Which was composed by a Siksha disciple of Srila Gaurakishoras Babaji Maharaj. Эта книга была написана Шикша учеником Шрилы Гаурикишорас Бабаджи Махараджа. And he translated from Sanskrit into Oriya a very rare text of Srila Rupa Goswami called Prayuktakya Manjari, which is essentially a dictionary of dhatu, verbal roots, written by Rupa Goswami Pad, explaining all the verbal roots, the dhatus which are used in Srimad Bhagavatam,
And what are the actual synonyms of these verbal roots in the context of understanding Srimad Bhagavatam? И также Шрила Факирмохан Прабху перевел редкую книгу Рупы Госвами Пада с санскрита на арийский язык. И вот это по факту является словарем разных глаголов, которые употребляются в Шримад Бхагаватам. То есть корни глаголов и их синонимы, которые помогают вайшнавам правильно толковать Шримад Бхагаватам. When he was at university and became expert in Sanskrit, his godbrothers requested him, we have no pranam mantra for our Gurudev, Sri Kanu Priya Goswami, so you please compose his pranam mantra. Когда Шрила Факирмохан Прабху учился в университете, и он досконально освоил санскрит, его братья-боги попросили его составить пранам-мантру для их Гурудева, Шри Кану Прия Госвами, потому что на то время у них не было пранам-мантры. So, Кану Прия Госвами was a great Vaishnava. He wrote 6 very big volumes only on the glories of the holy name. Шри Кану Прия Госвами был великим вайшнавом. Он написал 6 толстых томов, посвященных славе святого имени. And those volumes, they are not translated yet in English. Их еще нет на английском языке, этих 6 томов. There is, you may have seen this book. Может, вы видели эту книжку? It's very worth reading. Очень хорошая книга. This is a collection of interviews or conversations with Kanu Priya Goswami. On the subject of the power of the holy name. Это сборник лекций, интервью с Шри Кану Прия Госвами, в котором он излагает силу воспевания святого имени, славы святого имени. This is very relevant to us. Это очень актуально для нас. Because we are the followers of Srila Bhaktivinoda Thakur and Srila Prabhupada Bhaktisiddhanta Saraswati. Так как мы являемся последователями Шрилы Бхактивинода Такура и Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такура. In the year 1878. В 1878 году the Gutika of Sri Siddha Krishnadas Babaji Maharaj of Manasiganga was published. Появилась книга Гутика Шрилы Кришна Сидда Кришнадаса из Манасиганги, появилась эта книжка. And in that there are so many maps of Nandagaon and Varsana and Yabat, the houses and all the rooms in them, and different. В этой гутике, в этой книжке появились карты домов Нанды Махараджа, там все комнаты, все залы, всякие там карты Враджа. So then, shortly after that, a fashion began to sweep through the Vaishnav community. И такая разошлась волна по вайшнавской общине, мода. And that is that the neophyte devotees taking their japamala, Hare Krishna, looking at the maps and projecting themselves into the Astakala Lila and trying to serve Radha Krishna. And imagining with their mind and thinking that this is bhajan. Началась такая мода в вайшнавской общине, где неофиты, вайшнавы, новички, они брали эти карты в руки, брали в руки четки и повторяли святые имена, фантазируя, как они находятся в доме Нанды Махараджа, как они там идут следом за Кришной, за Радхой. Вот такая фантазия началась. This is a Prakrita Sahaja Bhava or the imitation of real bhajan. Но это называется Prakrita Sahaja Bhava, то есть имитация настоящего бхаджана. So just after that time, our Srila Bhaktivinoda Thakur began to write books like Sri Harinam Chintamani and Jaiva Dharma and others to explain the actual path of chanting purely. Реагируя на вот это нововведение, Шрила Бхактивинода Такур написал Харинам Чинтамани, Джайва Дарму, излагая истинную Гаудия Вайшнавскую философию Сиддханту. Тарамадеса Васиста Нама Санкиртан Нирапарадна Млайле Пай Прематан. Of all the angas of bhakti, Харинам Санкиртан is the best. And if someone will chant without committing offenses, then prema will rise in their heart. Истинная вайшнавская философия в том, что харинама санкиртана, воспевание святых имен, является лучшей и полноценной ангой бхакти. Если человек искренне, с верой повторяет святые имена, ему откроются все откровения. So just as Srila Bhaktivinoda Thakur wrote Sri Harinam Chintamani, Jaiva Dharma, and especially Bhajan Rahasya, to show how devotees will gradually enter into Lila Smarnam by the mercy of the holy name, following the Shikshastakam of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So similarly, Sri Kanu Priya Goswami was writing on this exact subject. И подобно тому, как Шрила Бхактивинода Такур написал Харинама Чинтамани, Джайва Дарму, Баджана Рахаси, излагая истинную практику садану Гаудия Вайшнава в последователей Чайтанья Махапрабху и его наставления, изложенные в Шикшастаке, Шри Кану Прия Госвами написал вот эти
6 томов о славе святого имени. He said that one should not initiate Lila Smaranam or Manasik Seva by one's own effort. Он объяснял в этих книгах, что нельзя пытаться инстигировать вот эту Манасика Севу своими фантазиями, своим ментально. But rather by very humbly chanting the holy name and serving pure Vaishnavas, gradually this smaran will come to you. Он объяснял, что смарану, памятование Лила Кришны, невозможно искусственно создать, что это что-то, что приходит в результате искреннего служения вайшнавам и воспевания святых имен. He gave an example. He said it's like a ghost. Он сравнивал это с призраком. No one by their own initiative becomes possessed by a ghost. The ghost by himself comes. Он объяснял, что призрака духа не заставишь вселиться в себя, что он сам вселяется в кого-то. So in the same way, no one by his own initiative can enter into Lila Smaran, but by the mercy of Harinam, then Abhi Bhuya Manol Brito Prajanti Tat Swarupatam. Nam Prabhu appears in your chitta britis and takes over, begins to possess your mind and manifest Lila Smaran spontaneously. Он объяснял, что таким же образом нельзя пытаться вот создавать искусственно фальшивого, так имитировать Лила Смарана, памятование Лила Кришны. Это как Святой Дух Бхакти, благодаря воспеванию Святого имени, сам захватит сердце преданного и сам явит эти откровения о Кришне, его форме, качествах и затем Лила. As Srila Vishwanatha Thakur has said, Smarana Prayatnaha Shravana Kirtanavato Bhaktasya Navasaka. For those who are engaged in hearing and chanting, they don't have to make any effort to do Smaran, but Kirtana Prabhave Smarana Paibe. By the power of Kirtan, this Smaran will arise by itself. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur объяснял, что тем, кто совершает Шравану и Киртану, слушает и повторяет, ему нет необходимости прилагать отдельных усилий для того, чтобы совершать Смарану, потому что Смарана естественным образом вытекает из Шраваны и Киртаны. So to protect the pure teachings of Sri Chaitanya Mahaprabhu Sikshastakam, Sri Kanu Priyaga Swami had composed 6 volumes explaining these points, giving so much praman from all over. Чтобы защитить чистоту учения Шри Чайтанья Махапрабху от всяких искажений, Шри Кану Приега, с вами учитель Шри Факир Мохана Прабху, написал вот эти 6 томов о славе святого имени. So when Srila Fakir Mohan Prabhu was asked to write his pranam mantra, и когда братья в Боге попросили Шрилу Факир Мохана Прабху составить пранам мантру, прославляющую их учителя. I respected the teaching of Kanu Priyaga Swami so much. I asked Fakirman, please, can you give me your Gurudev's pranam? And I получил эту мантру от Шрилы Факир Мохана Прабху, потому что я настолько восхищался учением его учителя, что я хотел тоже знать эту пранам мантру. So the pranam mantra is this. He composed it in this way. Факир Мохан Прабху сочинил вот эту пранам мантру следующим образом. Нама Вигьяна Вайчитри Вичара Ачарья Виграхам Госвами Паварам Бханде Симат Кану Приям Прабхам. It means, I bow down to the illustrious Госвами named Кану Прия. Я склоняюсь перед лучезарным Госвами, который зовется Кану Прия. And he is the embodiment of the practice and the theory regarding all types of wonderful, astonishing realizations of the power of the holy name. Он олицетворение теории и практики всех чудесных сиддхат, касающихся славы святого имени. So, I'm taking too much time, so... Я прошу прощения, что я так долго говорю. I'm going to conclude in a few minutes. Я сейчас постараюсь поскорее завершить. Srila Fakir Mohan Prabhu, he's main speciality in his life. Главная особенность, такая яркая характеристика Шрилы Факир Мохана Прабху. Was his complete dedication to proliferating throughout the world the glories of Srila Bhaktivinoda Thakur. Его преданность в распространению славы Шрилы Бхактивинода Такура по всему миру. I first met him when he used to come and visit Srila Gauravinda Maharaja. Я впервые познакомился с ним, когда он навещал Шрилу Гаурав Винда Махараджа в Бхубанешваре. And after Srila Gauravinda Maharaja left this world,
после ухода Шрилы Горгавинда Махараджа, я однажды сидела рядом у самадхи Шрилы Горгавинда Махараджа. И увидел, как подошел ко мне его давнишний друг детства, Шрила Махараджа. Он стоял у самадхи, молился и рыдал. And it was at that point that was the first time that I began to see, oh, actually this is not an ordinary person. И тут меня осенило, что передо мной необычная личность. I became overwhelmed by his prabhav, his presence and his love for Srila Gauragovinda Maharaj. Я проникся его прабхавой, силой его любви к Шриле Гаургавинде Махараджу. So after some time I tried to speak to him. Позже я попытался заговорить с ним. So I didn't know Ariya, so a little Bengali. Я не знал арийский, я немножко владел бенгальским. And he didn't know English, so he wasn't speaking. Он не знал английский. But he tried to speak in English, he said, for you, I will learn the English language. Но мне он сказал на английском: ради тебя я освою английский, только ради тебя. And he went away, and 2 weeks later he came back, and he could speak quite nicely. И он исчез. Через 2 недели он вернулся, и он уже достаточно хорошо говорил по-английски. He said, "I want you to help me. I have written so many things in Oriya. Now I want to write in English, but you can do the service of editing." Он сказал: "Я хочу, чтобы ты помог мне. Я пишу на арийском, но сейчас я хочу перевести некоторые труды на английский, поэтому ты должен отредактировать их." So he wrote his first article in English called "The Contribution of Srila Bhaktivinoda Thakur to Vaishnava Literature." И он написал первую статью на английском, которая называлась "Вклад Шрилы Бхактивинода Такура". And while I was assisting him in working on this, he took me all over Orissa to many places of the pastimes of Chaitanya Mahaprabhu, to meet many sadhus, and to the places of the pastimes of Srila Bhaktivinoda Thakur. Я стал помогать ему редактировать эту статью, а он повел меня по всей Орисе. Мы посетили разные святые места, разных садху, вайшнавов, места, в которых был Шри Чайтанья Махапрабху. He had a personal relationship with several disciples of Srila Bhaktivinoda Thakur. Он, Шрила Факир Мохан Прабху, близко дружил с некоторыми учениками Шрилы Бхактивинода Такура. And he took me to Choti Mangalpur, where the descendants of Srila Bhaktivinoda Thakur were living, and introduced me to his whatever great-great-grandson. Привел меня в Чоти Мангалпур, там меня познакомил с семьей Шрилы Бхактивинода Такура, с его прапраправнуком. When I saw him, I couldn't believe it. He looked exactly like Srila Bhaktivinoda Thakur. Когда я увидел этого человека, я был удивлен, потому что он выглядел как вылитый Бхактивинода Такур. So after some time he was searching here and there, and he discovered the lost deities of Srila Bhaktivinoda Thakur, Sisi Radha Madhava. В то время Шрила Факир Мохан Прабху повсюду пытался разыскать утраченные божества Шрилы Бхактивинода Такура, Сиси Радха Мадхава. So if anyone has seen Srila Факир Мохан Прабху, sing Jai Radha Madhava. Если кто-то, then they can never forget it for the whole life. Те из вас, кому посчастливилось слышать то, как Шрила Факир Мохан Прабху поет Джая Радха Мадхава, сидя перед этими божествами, вы никогда не забудете этого. Such intense bhav. Такие интенсивные бхавы он выражал. He established a library in Kendrapada called the Srila Bhaktivinoda Thakur Memorial Library. В Кендрападе он открыл библиотеку в честь Шрилы Бхактивинода Такура, мемориал Бхактивинода Такура. So one year I went there to stay with him and see Radha Madhav were there, and that was the first time he engaged me as pujari doing seva to Radha. Однажды я поехал его навестить там в Кендрападе, и Радха Мадхава жили там тогда в его с ним, и он дал мне возможность побыть пуджари для Радха Мадхава. At that time, he told me, when Kanu Priya Goswami gave me initiation, so he gave me Japamala, and he gave me name. И он рассказал мне тогда, что когда он получал свое духовное посвящение у Шри Кану Прия Госвами, он сказал, Гурудев дал мне четки и дал мне духовное имя. He said, your name is Fakir Mohandas. Он сказал мне, тебя зовут теперь Факир Мохандас. He said, but Gurudev, my name was already Fakir Mohandas. Я удивился, сказал, но Гурудев меня и раньше звали Факир Мохандас. Why? Почему ты не поменял мое Everyone's, имя? You're giving your name, but to me, no. Всем ты дал новые духовные имена, а мне оставил старое. So then later, he said, I did not change your name. Because your Siddhanam, the name of your Manjari Sarup, begins with the letter F. Позже Гурудев объяснил ему, он сказал, я не стал менять твое имя, потому что твое вечное духовное имя, твое духовное сварупа матери начинается с буквы F.
when he was teaching me to worship Radha Madhava, и когда он обучал меня, как поклоняться Радха Мадхаве, revealed his nitya seva, eternal services. И он поведал мне в этот момент свою нитья севу, свое вечное служение в божественной чите. Sometimes he came to our ashram in Chaitanya Academy ashram in Radhakund, and both Radha Madhava and they also stayed there. Иногда он навещал наш ашрам на Радхакунде и привозил с собой божественную Радха Мадхаву. His whole life he had been singing a song. Brishubanu pure janamaloibo javate vivahabe. When will I give up this life and take birth in Varsana? And when I'm older, when will I be married to a gopa and move to Yavat? Всю жизнь он пел баджан Бхактивинода Тхакура. О, когда же я получу рождение на Варшане и, повзрослев, выйду замуж за пастуха в Яване. So he was eternally staying there in his spiritual form. В духовной форме он вечно пребывал там в Яване. In his садак form, to the age of 90, he had never been there. Но в садак форме оказалось, что. I made an arrangement one day as a surprise to take him to Яване. Что он никогда не был в Яване, он никогда не посещал Яване, хотя ему уже было 90 лет, и однажды мы приготовили сюрприз для него и отвезли его в Яване. And he was experiencing great ecstasies there. Visiting that place where he lives in his eternal spiritual form. В восторге от того, что он оказался физически в том самом месте, в котором он вечно живет в своей сварупе. The first verses that Fakir Mohan taught to me, he used to make me learn many verses. Он всегда заставлял меня учить шлоки. And the first two verses he taught me. Первые два стиха, которым он обучил меня. Kahare na nind kare Krishna Krishna bole. Ajay Chaitanya se jinib kahale ninduka nahi kalabhya sarva shastukai sabara saman bhagavat dharma hai. By this he saved my life. Этим этой шлокой он спас мою жизнь, заставив меня понять мысль. These two verses are from Shri Chaitanya Bhagavat. Это два стиха из Шри Чайтанья Бхагават. Srila Vrindavan Das Thakur is saying, never ever criticize any Vaishnava. Вриндаван Дас Такур говорит, никогда, никогда не критикуйте вайшнава. Just chant Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Бдительно избегайте критики и всегда повторяйте святые имена Господа. And then Chaitanya Mahaprabhu is Ajay, cannot be conquered by anyone, he will be conquered by you. И непокоримый Чайтанья Махапрабху, он станет вашим. Ajay Chaitanya Sayyidinibya Kahali. Then the next verse, Ninduka Nahi Kalabhya. Those persons who criticize others in their life, they get no profit, they get no gain, no material or spiritual gain. И второй стих говорится, что критиканы, те, кто критикует вайшнавов, ничего не добьются в жизни, ни в материальной жизни, ни в духовной жизни, останутся полностью ни с чем. Sabarasaman Bhagavata Dharma Hai. The Bhagavad Dharma, the teaching of Srimad Bhagavatam is Sabarasaman. Give respect to everyone. Что учение Шримад Бхагаватам заключается в том, что нужно выражать почтение всем. Someone may say, I am not criticizing this devotee. What I said about him is true. Кто-то может сказать, но это же не критика. Это не критика, я правду сказал про этого преданного, все по факту. But Srila Bhaktivinoda Thakur, he has explained. There's one book, Nam Komadi, and there is explained that one should never investigate if in the past a Vaishnava has done some mistake. Бхактивинода Такур в своей книге «Нама Комади» говорит, что нельзя пытаться расследовать, что там в прошлом у Вайшнава может быть. Or if some problem comes daivaja, some strange situation occurs just spontaneously. So no premeditated problem, but anyway problem. И даже если в жизни серьезного возвышенного Вайшнава возникает какая-то мимолетная проблема, ниоткуда вдруг что-то произошло не идеальное. Kshay, that means if some samskar, some very deep samskar of any sinful activity, is there's a little remnant left in a good Vaishnava, a little remnant is left. Don't see that. Нельзя придираться к. Наивалочена кадачана. Не надо копаться в прошлом Вайшнава, не надо придираться к тому, что могло произойти мимолетно, что-то недостойное в жизни, или даже если осталось кшай, какой-то просто как налет старых самскар, каких-то плохих из прошлых жизней, и может что-то всплыть, то тоже не надо обращать на это внимание. See the Vaishnava Seva Bhav.
к чему надо приглядываться, это к духу служения вайшнава. Лучше обращайте внимание на сева бхаву вайшнава, как вайшнав служит. И даже преувеличьте лучше. Otherwise, Ninda will come, Satan Ninda. Offense to Nam Prabhu, and Nam Prabhu will never come to you. Иначе, если вы начнете критиковать вайшнаву, вы погрязнете в этом. Просто вас засосет болото вот этих аппарат, и святое имя будет пренебрегать вами, потому что вы будете оскорблять его преданных, и Нам Прабху будет избегать вас. So this is the first teaching Srila Fakir Mohan gave to you. Первый урок, который преподнес мне Шрила Факир Мохан Прабху. And one should try to observe this in one's life without any compromise at all. Ifs, no buts. Всем надо внедрить свою жизнь без всяких но или там, а как, вот просто принять это как за чистую монету и следовать этому. Bhaji, say bara. Those who are doing bhajan are great. Потому что все, кто, надо понимать, вайшнавы все великие, кто занялся бхаджаном, тот великий человек. So Srila Fakir Mohan Prabhu was so dedicated to Srila Bhaktivinoda Thakur. Srila Fakir Mohan Prabhu настолько почитал Srila Bhaktivinoda Thakura. One year I went to see him with some devotees and immediately took us to the school which was founded by Srila Bhaktivinoda Thakur, and Srila Bhaktivinoda Thakur was the first headmaster there. Однажды мы с группой преданных отправились навестить его в Кендрападу. Он тут же, не успели мы приехать, он повез нас в школу, которую основал Шрила Бхактивинода Такура, в которой он преподавал. And all the local newspapers and the radio, TV, they were already there waiting. И собрал, мы даже не знали, но там он уже собрал всех журналистов, конференцию, пресс-конференцию, о том, чтобы они увидели, как международная публика интересуется Шрилой Бхактивинода Такура. And when Srila Fakir Mohan used to sing the songs of Srila Bhaktivinoda Thakur. И когда Шрила Факир Мохан Прабху пел баджаны Шрилы Бхактивинода Такура. Шуда бхаката чаранарейну баджаная нукула. How the dust of the feet of the pure Vaishnavas is so favorable for bhajan. Вот тело, то, как пыль с лотосных стоп вайшнавов очень благодатная, благоприятная для бхаджана. Пытайтесь нагрести себе побольше пыли со стоп вайшнавов. He would sing the songs of Srila Bhaktivinoda Thakur with such power and explain them, you would feel as if Srila Bhaktivinoda Thakur himself was explaining the song. Он пел песни Бхактивинода Такура с такой шакти, что казалось, что сам Бхактивинода Такура присутствует и поет. Our Parampujapad Srila Paramadvaiti Goswami Maharaj. Наш Пуджапад Шрила Парамадвайти Махарадж. He is the inspiration behind World Vaishnava Association. Он основатель, он, то есть он организатор вот этой идеи создания международной вайшнавской ассоциации. But he never made himself the leader, only the servant. Но он никогда не позиционировал себя как лидер этой организации. Он просто хотел создать платформу для сотрудничества всех вайшнавов. And giving respect to all the high-level senior most vaishnavas in the world at any given time. И приглашал туда всех старших вайшнавов со всего мира, не делая без всякого сектантского духа, не делая никаких различий между сангами и организациями. He always till this day keeps in his heart strong desire that there'll be harmony among all the vaishnavas. По сей день он лелеет в сердце надежду, что наступит тот день, когда будет полная дружба и гармония между всеми вайшнавскими семьями. And this is one of the many reasons why everyone loves Srila Paramadvaiti. И по сей причине все очень любят Шрилу Парамадвайти Махараджа. So Srila Fakir Mohan Prabhu, he helped me understand this very much. И Srila Fakir Mohan Prabhu помог мне это понять. Once I came to him and I asked, I said, these Vaishnavas in this group are doing things in this way, and Vaishnavas in this group are doing things in this different way. What is correct? How can we reconcile? Однажды я спросил его, вот внешне кажется, что вайшнавы этой группы следуют вот такой практике и так себя ведут, а в этой группе по-другому. Как примирить вот эти различия? He said, you should think in this way. Он сказал мне, ты должен все воспринимать следующим образом. This vaishnava is following what he has learned from his guru, and this vaishnava is following what he learned from his guru. So they are both right. Он сказал, because they're both doing the same thing, following their guru. Он объяснил мне, что главное, ты должен понимать, что вот этот вайшнав так поступает, потому что он следует наставлениям своего гуру. Значит, он правильно себя ведет. А тот вайшнав ведет себя по-другому, потому что он следует наставлениям своего гуру. Значит, он тоже правильно себя ведет. Они оба правы. Бас, all doubts, all controversy went. Все, никаких сомнений, все развеялось. And your mind is free to do bhajan. Теперь ум полностью свободен и чист, он может совершать бхаджан, когда такое ум настроение присутствует. So,
this is the first thing that Srila Fakimon he is famous for, glorifying and the greatness, spreading the glories of Srila Bhaktivinoda Thakur. И вот это одна из удивительных характеристик Шрилы Фахирмохана Прабху. Его слава заключается в том, что он прославлял Шрилу Бхактивинода Такура по всему миру. And the second thing is the historical discovery of the samadhi of Sri Chaitanya Mahaprabhu. А второе – это вклад его в том, что он разыскал самадхи Шрилы Чайтанья Махапрабху. For many years, he was studying different old texts and accounts and looking at different maps. В течение долгих лет он изучал манускрипты, карты разные. We know that Sri Chaitanya Mahaprabhu entered into the deity of Toda Gopinath. Мы знаем, что Чайтанья Махапрабху вошел в божество Тодха Гопинатха. But one Ariya account of that time. Но одна из записей на Ариста. Describes that when Mahaprabhu entered into Toda Gopinath, then his Tosimala, his garland and his uttariya, his upper cloth, fell to the ground, and Sri Gadadhar Pandit took them and put them in a samadhi. Но есть повествование на арийском языке, которое говорит, что когда Махапрабху вошел в Тодха Гопинатха, позади на земле, на полу осталось его тулусимала, его гирлянда и уттария, его одежда. И Гададхар Пандит собрал это все и вложил в самадхи. And the accounts explain that it was behind Toda Gopinath. И там было записано, что вот это самадхи расположено было за Тодха Гопинатхом. So people looked for many years, but they could not find. Люди разыскивали это место в течение долгих лет, никто не мог найти это самадхи. So Srila Fakirmohan Prabhu discovered that Gopinath used to be closer to the path. In later years, the deity was moved back. So now behind Gopinath was actually in front, so everyone was looking in the wrong place. Все искали сзади за божеством, а Шрила Факирмохан Прабху узнал, что в свое раньше божество находилось ближе к дороге, а позже его перенесли алтарь, отдалили. То есть все искали не в том месте, то, что раньше было за божеством, оказалось перед божеством. So after some research, he discovered that place. И он провел много исследований. И наконец-то разыскал то самое место. And began to dig. И стал там копать. And found the original Padachin footprints, which were on the top. И нашел там отпечатки стоп этого на самадхи. And light came out from the ground. И преданные увидели свет, который луч света, который вышел. So there's a great pastime about discovering the samadhi. I'm not going to explain it in detail. Our Prabhu is here. Where is it here? Я не буду сейчас подробно рассказывать об этой находке, потому что наш Прабху, который участвовал в установлении этого самадхи, в возрождении его, он расскажет это подробно. He was responsible for supporting the construction of that samadhi and also this Pushpa samadhi. Так как он очень много служил Шрили Факирмохану Прабху и содействовал установке этого самадхи, установке этого Пушпа самадхи. So we cannot repay him like that. Поэтому он великий преданный. And now Srila Fakirmohan Prabhu has become unmanifest from our material vision. Сейчас Srila Fakirmohan Prabhu физически исчез с нашего взора. But when we come together and we hear and chant and we glorify him, we try to follow his teachings, then for sure we can realize that he's always present with us. Но если мы собираемся вместе, памятуем его, прославляем, то мы чувствуем, понимаем, что он всегда с нами. And as his final pastime, he has manifested here in his Pushpa Samadhi. В своей завершающей лиле он проявился тут в форме этого Пушпа Самадхи. And this is also very significant. Это тоже очень значимо. Why? Почему? Because when Srila Bhaktivinoda Thakur came to Vrindavan, he used to stay and give class in the temple of Lalu Babu, which is just the other side of Lalu Babu, just the other side of this wall. So his samadhi here in Vrindavan is here, oh, right next to the place where Srila Bhaktivinoda Thakur is eternally giving Harikatha. Это место этого Пушпа Самадхи очень значимо. Это особенная лила, потому что Шрила Факирмохан Прабху был очень привязан к Шрили Бхактивинода Такуру. А когда Шрила Бхактивинода Такур приехал во Вриндаван, он давал классы вот рядом, по соседству, в храме Лала Бабу. И то есть это место, где идет вечно Харикатха Шрилы Бхактивинода Такура. И Шрила Факирмохан Прабху избрал себе это местечко, чтобы вечно сидеть и слушать Харикатху. So here he is eternally singing with the kirtans along with Srila Bhaktivinoda. И петь киртаны вместе со Шрилой Бхактивинода Такура. So I'm offering my pranam. Шрила Факирмохан Прабху ки Jai!
Sisi Radha Madhav Juki. Jai. Vale Vrindavan Vihai Lala Ki. Jai. Vale Sanivari Ki. Jai. Jai Jai Sri Mahade. Go with prayer. Hari Bol. Jai. Prem Prayavajan Prabhu is such an amazing source of fascinating, transcendental esoterica that it's practically it's impossible to follow. Так это мне жаль, что мне приходится говорить после, что Прем Прайвана Прабу сам такой источник всякой трансцендентной энциклопедических знаний эзотерики, что можно добавить. Not only esoteric, he's gone very, very, very deep into the core essential truths of our Sambandha Vidaya Prayojan, Gaudiya Vaishnava Sambandha Vidaya Prayojan. Но не только эзотерик, он глубоко выражает философские истины о Сабанде, о Бхидее, Прайоджане. I'm unfortunate, culturally deprived. I never had the association of Srila Fakirmohan Prabhu. К сожалению, у меня не было личного общения с Шрилой Факирмоханом Прабху. But we here gathered at the lotus feet of Sri Radha Madhava. Но так как мы тут находимся у лотосных стоп Шри Радха Мадхавы. And for them, Srila Bhaktivinoda Thakur composed his beautiful song, Jai Radha Madhava. Именно этим божествам, которые вы видите слева от себя, посвятил Jai Radha Madhava Srila Bhaktivinoda Thakur. So just briefly, I'll recount how that song, Jai Radha Madhava, appeared in the Western world. Поэтому я сейчас быстренько поведаю вам о том, как этот баджан Jai Radha Madhava пришел в западный мир. Gyananti Virantasya Gyananjana Shantam Chakshiram Vilatanyena Tasmai Shri Gurudeva Maam Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutana Srimate Bhakti Vedanta Saminiti Nama Nama Om Vishnu Padaya Radhikaya Priyatmani Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayaniti Nama Vancha Kalpata Rudyascha Kripasani Bhakti Ayacha Puttanam Bhavane Pyo Vaishnave Pyo Mona Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adaita Gadadha Shivasari Shri Gaura Bhakti Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna, Krishna, Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Offer my humble obeisances at Lotus Feet of my beloved Diksha Guru Nityali Pudashti Shri Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada, Lotus Feet of my beloved Shiksha and Sannyas Guru, Rupa Nugavara Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, our Gurudev. Lotus Feet of our Rupa Nugavara Varga, offer obeisances to all senior Vaishnavas, Prem Prayavajan Prabhuji, Srila Paramadvaiti Maharaj, and all Vaishnavas and Vaishnavas present, Hare Krishna. We know that my Guru Maharaj, he came to America in 1965. In 1966, he established ISKCON. В 1965 году мой Гуру Махарадж Шрила Прабхупада прибыл в Америку, и через год он основал ISKCON. Devotees in New York are thinking, what? International society? Международное общество. Преданные в Нью-Йорке удивились, как может идти речь о международном обществе сознания Кришны. So then Srila Prabhupada was called to San Francisco by Mukunda Prabhu. Mukunda Prabhu призвал Шрилу Прабхупаду в Сан-Франциско. He was stunned. Он был удивлен. So we know there was a great victory. He arrived in the middle of the hippie revolution. Он прибыл на Запад во время революции хиппи. Mad, completely mad. Полное безумие происходило на Западе. But also beautiful. Было безумно, но красиво. So how this amazing Indian sadhu, we see the films, you know, this Indian sadhu is sitting and all the hippies are like hand in hand and dancing around him and beating on their drums and
simply amazing. Было загадочно, удивительно. Вы все, может, видели документальные фильмы о том, как этот садху из Индии сидит на лужайке, вокруг него водят хороводы, все хиппи. So he had great success in his preaching, but while he was there, he had another heart attack. Проповедь стала очень успешной, но Шрила Прабхупада испытал еще один сердечный приступ, еще один инфаркт. He said, I didn't know if I shall exist. И он писал, что я не знаю, буду ли я дальше жить. So let me go back to Vrindavan, and if I die, I will die there. Я не знаю, что меня ждет. Наверное, лучше вернуться во Вриндаван и уйти из мира там, в Святой Даме. So he left, and the devotees were grieving like for 5 months. И он отправился в Индию, преданные были настолько опечалены, они рыдали целые там 6 месяцев, 5 месяцев. But Srila Prabhupada, he not only recovered. Шрила Прабхупада не только восстановил здоровье. But he became very, very much enlightened. Но он очень как-то почувствовал такое возрождение прямо. He said a new spirit entered in. Он сказал, что почувствовал, как новая сила появилась во мне. So then the news came that, oh, Srila Prabhupada is coming back. И все преданные разлетелись повсюду новости, Шрила Прабхупада скоро вернется. Devotees were eagerly awaiting his arrival and also quite nervous. Преданные нервничали, но с нетерпением ожидали его возвращения. Will he be pleased with what we've done? Will he be annoyed, angry, or what? Он долго отсутствовал, мы не знали, как он отреагирует на то, чем мы занимались во время его отсутствия. Он порадуется или будет недоволен? So they gathered in Los Angeles airport. Все преданные встречали его в Лос-Анджелесском аэропорту. And there's a ramp coming out from immigration. И рамп, трап, который так дорожка, которая вела от иммиграции. Passengers are coming down the ramp. И пассажиры выходили из таможенного контроля. But there was like a fence or something like that above the ramp, so you couldn't actually see the people before they got to the end of the ramp. Но было не видно людей, которые выходят, потому что там была ограда, такой забор, который закрывал вид. Just higher than a person's head. То есть выше, чем головы людей, и не было видно, кто идет следующим. So the plane came in, and devotees are there with kirtan. So many devotees. Самолет приземлился, огромная толпа преданных пела киртан. And then people start coming off the plane. They're waiting. When's Swamiji going to come? When... Пассажиры стали выходить вниз по трапу из самолета. Все с нетерпением ждали появления Шрилы Прабхупады. And then above the top of this fence, и вдруг выше, чем этот забор, they see a hand with a saffron beadbag. Они увидели руку, в которой находился розовый шафрановый мешочек. Prabhupada is so funny. У него было потрясающее чувство юмора. Our Gurudev said he couldn't. Prabhupada, he said, Swamiji couldn't live without laughing, without joking. Наш Гурудев, Шрила Нараян Махарадж, рассказывал, что без юмора Шрила Прабхупада жить не мог, без шуток. So there's video clips. Есть видео. Showing Srila Prabhupada with the devotees. Видеоролики, которые показывают Шрилу Прабхупаду с преданными. And he's smiling like Jagannath. Huge eyes. Его улыбка такая потрясающая, огромные глаза, как у Господа Джаганната. So much love. Столько любви в глазах. So much love for his devotees. Он так сильно любил своих преданных. Before he went to India, he wrote to our Gurudev. До того, как он отправился в Индию, он написал нашему Гурудеву. So he said, there's no lack here of prasadam or people to serve me. Он сказал, тут нет недостатка ни в чем, ни в прасаде, ни в людях. But he said, I'm appreciating more and more the broken bhajan kutir in Vrindavan, the bath in Yamuna, and the torn Vaishnava quilt. Он сказал, тут все хорошо, нет недостатка ни в чем, но я все больше и больше тоскую по своей старой баджан-кутире, по возможности принимать омовение в Ямуне и по старой потрепанной вайшнавской одежде. So he said, I'm being kept alive only by the prayers of my disciples. Я выживаю лишь только благодаря молитвам моих учеников. Just imagine this eternal parika, Krishna. And his disciples have been in Krishna consciousness somewhere or other, a year, 2 years maybe, something like this. Представьте себе вот эту ситуацию, где тут вечный спутник Кришны пришел на землю и живет в окружении неофитов, которые присоединились к движению там годик-два назад. So much loving exchange between them.
Ну какая сильная любовь связывала их сердца? This was Prabhupada's transcendental genius. Шрила Прабхупада был трансцендентным гением. Many years after he passed away, his disciples, older disciples, started coming to Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj. Несколько лет после того, как он ушел из этого мира, его старшие ученики стали навещать и получать наставления от Шрилы Бхактивиданты Нараяны Госвами Махараджа. So they're saying, oh, I've been chanting for 20 years, 25 years, I have no taste. И позже, годы спустя, приходили преданные и сетовали. Они говорят, я уже 20 лет повторяю Махамантру, но никакого вкуса не испытываю к воспеванию. A Gurudev said to his disciples, Гурудева отвечал им, just see, 15, 20 years chanting with no taste. Гурудева комментировал на этот вопрос, обращаясь к своим ученикам. Говорит, вот взгляните на ситуацию. 15-20 лет воспевания джапы и никакого вкуса. This is Guru Nishtha. Говорит, ну посмотрите, какая Гуру Ништа. You should have Guru Nishtha like this. Вот вам бы такую Гуру Ништу. Мой Гуру Махарадж так говорил. They took Gurudev, they hired a big hall. Преданные арендовали большой зал. Шрила Прабхупада sat on the Vyasasana. Шрила Прабхупада сел на Вьясасану. Everyone's waiting. What's he going to do? What's he going to say? Все ждали, что будет дальше, что он сейчас сделает, что он скажет. He didn't say anything. Он ничего не говорил. But he picked up his kartal. Он взял в руки караталы. And he started to sing. И запел. Oh, wonderful song they'd never heard before. Удивительную песню, которую они прежде никогда не слышали никто из них. Jaya Radha Madhava, Jaya Radha Madhava, Kunjali Hari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Shri Radha Radha. Before he began his Harikatha, his lectures, so he always sang this song, this huge, huge, huge kirtan with all the devotees. С того самого дня, всегда перед началом класса, Шрила Прабхупада пел этот баджан. The song is very confidential. Это очень сокровенная песня. Kunja Bihari. Kunja Bihari. Oh, we take this very lightly. Мы так легкомысленно относимся к этому слову. In Saraswati Prabhupada's time, they were not allowed to sing this song. Мы очень фамильярно относимся к многим баджанам, но во времена Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати Такурам преданным не разрешалось петь эту песню. And we take it so cheaply. А мы уже по-обывательски относимся к сокровенным вещам. Some people, some devotees, they're of the opinion that my Guru Maharaj, he's in Sakiras. Некоторые преданные пришли к такому странному выводу, что мой Гуру Махарадж, Шрила Прабхупада, находится в Сакирасе. But our Gurudev pointed out, Kunja Bihari, that the Sakas, they're not so much interested in Kunja. Но мой Гурудев подчеркивал всегда, что пастушки не особо интересуются кунжами и всякими лилами, там, связанными с Кунджа Бихари. And Gopi Jana Vallabha. И Gopi Jana Vallabha. So Gopi, we know what is Gopi. Мы знаем, кто такие Гопи. We don't know what is Gopi, but we think we do. Не по-настоящему, но поверхностно, теоретически мы слышали о том, кто такие Гопи. Gopi Vallabha means he's the beloved of the Gopis. Gopi Vallabha, это значит, он возлюбленный Гопи. But what is Gopi Jana Vallabha? Но кто такой Gopi Jana Vallabha? Jana means very, very, very close, intimate. Джана — это очень близкие, родные люди, самый такой близкий круг людей. So who are the very, very, very close, intimate kinsfolk of the gopis? А кто самые приближенные личности для гопи? So this is Manjari. Это Манджари. So he's beloved by the Manjaris also. То есть он возлюбленный для всех Манджари тоже. Not in the same way as beloved of the gopis. Не таким же образом, как он возлюбленный для гопи, но он любимый для Манджари. This is very esoteric.
какие-то очень эзотерические вещи сокровенные. Is not towards Krishna, it's towards Shrimati Radhika. Стаи Бхава Манджари не направлена на Кришну, а направлена на Радику. This our Śrīla Bhaktivedanta Narayana Swami Maharaji is written. And their relationship with Krishna, this is Sanchari Bhava or Vyabhichari Bhava. А их отношения с Кришной — это Санчари Бхава и Вьябхичари Бхава. So what kind of relationship does my Guru Maharaj have with Radha Krishna? Поэтому какие отношения связывают моего Гурудева с Радхой Кришной? So we can understand from this is his like signature tune, signature song. Это была такая самая узнаваемая песня Шрилы Прабхупады, то есть все его знали по Радха Мадхаве, как флагманский баджан такой. Copyrighted. Hare Krishna. So I offer my humble obeisances. Я предлагаю свои смиренные поклоны. This is my first darshan of Śrīla Bhaktivedanta Thakura's Radha Madhava. I'm so delighted. Впервые в жизни я узрел этот такой, получил даршан божеств Śrīla Bhaktivedanta Thakura Radha Madhava. Я очень удачлив. And I'm so delighted to be here with the Vaishnavas. Я в восторге от этой возможности быть тут с вайшнавами. By the grace of our Paramadvaiti Maharaj. Paramadvaiti Maharaj. And hearing such beautiful Harikatha. И слушать такую сладкую катху. Hare Krishna, Vancha Kalpataru Vishta, Kripasindu Vancha, Puritanam Bhavne, Vyo Vaishnave, Vyo history of this deity is because it's not only, I was just mentioning, it's not only that they were worshipped by Bhaktivinoda Thakur, but they apparently are 500-year-old deities being worshipped in our Sampradaya. Do you know more about that? Can you give us some insights? No? Is anybody here who knows more on that story? Я disciple of Nityananda Prabhu Krishnananda. Эти божествам поклонялся не только Шрила Бхактивинода Тхакур. Им за 500 лет. Это у них древняя история. Я хотел бы услышать подробнее, но никто не знает. Поэтому вернемся к Шри Праджану Прабху за подробностями. Well, perhaps you know that. Может, вы знаете? The name Śrīla Bhaktivinoda Thakur was given to him by the Vaishnav community of Badrapara. Имя Шрила Бхактивинода Тхакур было присвоено ему вайшнавами Бадрапары. His name from birth was Kedarnath Datta. От рождения он звался Кедарнат Датта. So, in his family, going back 400 years, его родословной, где-то 400 лет до него, there was a disciple, a direct disciple of Nityananda Prabhu named Krishnananda Datta. Был предок Кришнананда Датта, ученик Шри Нитянанды Прабху. So, this incarnation of Radha Madhav, и вот эти Радха Мадхава, since 500 years ago, by Śrīla Bhaktivinoda Thakura's ancestor Krishnananda Datta, the direct disciple of Nityananda. Были в семье Шрилы Бхактивинода Тхакура со времен его прадедушки Кришнананда Датты, ученика Шри Нитянанды Прабху. Гурве Гаура Чандрая Радикаяй Таналая Кришная Кришна Бхактая Тарбхактая Намо Намаха Банча Калпа Трубьяща Крипа Синдху Вейвача Паританам Паванебьо Вайшнавебьо Намо Намаха Джай Си Кришна Чайтанья Прабху Нитянанда Sri Adaita Gadadhara Shivasari Gaura Bhaktavinda Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So we are most fortunate to be assembled here in Sri Vrindavan Dham, in this beautiful ashram of His Holiness Paramadvaiti Maharaj, in the presence of the most beautiful Sisya Radha Madhav, and as we just
I've been hearing this wonderful nectar about Fakir Mohan Prabhu and his love towards Srila Bhaktivinoda Thakur, and how these deities are from the family of Bhaktivinoda Thakur. And as Maharaj has explained, that Sishimadesi Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada, so he was singing this beautiful song every morning before the Srimad Bhagavatam class. And in this way, actually showing us what is the goal. Мы очень удачливы, что мы собрались. So every morning Srila Prabhupada, as Maharaj explained, was chanting Radha Madhava, but not only in the morning before the Bhagavatam class, but every evening whenever there's a Bhagavad Gita class, he was singing the same song, Radha Madhava Kunja Bihari. Шрила Прабхупада пел Джай Радха Мадхава не только утром перед Бхагаватам классом, а также вечером перед Гита классами. То есть один и тот же баджан он пел и утром, и вечером. And in all the temples of Шрила Прабхупада in ISKCON society, in every temple means more than now 200 or 300 every morning and every evening they're singing this song. С тех пор осталась традиция во всех бесчисленных сотнях храмов ISKCON по всему миру поют Джай Радха Мадхава утром и вечером. And because the song is so beautiful, even personally myself and many other devotees, even during the day, whenever there's a discourse or there's a program, they will chant Jai Radha Madhava Kunja Bihari. Песня настолько красивая, что я и другие преданные даже днем перед любыми программами, перед любыми классами мы любим петь Jai Radha Madhava. Because Kali Yuga avatar Sri Chaitanya Mahaprabhu, he came to this world to establish the Yuga Dharma, the chanting of the holy names, and specifically to give Braj Bhakti, so we may enter into Braj. Kali Yuga avatar Sri Chaitanya Mahaprabhu принес в этот мир, установил Yuga Dharma, совместное воспевание святых имен, и главным образом пришел дать нам Braj Bhakti. Of course, by Sri Chaitanya Mahaprabhu's mercy, we have the opportunity to enter also in his own abode, Chaitadip Navadip, in the spiritual realm. И по его особой милости у нас, падших душ, есть удивительная возможность попасть в его священную обитель, в Навадвипдаму. And most of the acharyas, the associates of Sri Chaitanya Mahaprabhu, and then his devotees in our Guru Parampara up to this day, they're all aspiring to enter the eternal pastimes of Sri Chaitanya Mahaprabhu and Sisi Radha Krishna at the same time. Все духовные учителя нашей традиции, нашей Гуру Парампары, все ачари, они стремятся попасть в вечную духовную обитель Шри Чайтани Махапрабху, Шри Навадвипдаму. So we had heard that this song is by Bhaktivinoda Thakur. Мы слышали о том, что это песня Бхактивинода, Шрилы Бхактивинода Такура. And we were really always appreciating this song, but we didn't know actually Radha Madhava that the deities existed. We had no idea in the beginning. Все знали этот баджан, никто понятия не имел о том, что он был посвящен конкретным божествам Радхи Мадхави, которые существовали в этом мире. Because Prabhupada established so many temples, and like we have Radha Madhava in Mayapur, we have them. Govinda Madhav in France, and of course, and so many other deities, Radha Govinda, like this, Radha Giridhari, and we had heard about the three acharyas deities, or the Sambandha Videya Prayodhan deities, Madan Mohan, Govinda Dev, and Gopinath. So we knew they were existing, but we didn't know about Radha Madhav. Никто из нас, учеников Шрилы Прабхупады, не знал о том, что существовали именно эти Радха Мадхава, которым был посвящен этот баджан. Мы знали то, что есть божества Бидеи, Самбанды, Прайоджана. Мы знали о том, что есть много божеств. Шрила Прабхупада основал много храмов, установил Радха Мадхава в Майяпуре, во Франции. Что мы знали, что существует множество разных божеств, но не знали про этих Радха Мадхаву.
And we were not really bothered because it is just such a beautiful song. And Radha Madhava is Radha Krishna, Radha Shyamasundar, no different. Никто не задумывался вообще об этом, просто Радха Мадхав, Радха и Кришна, как и Радха Шьямасундар. So once upon a time, that is maybe 20 or 22 years ago, one very humble Vaishnava had come to the Krishna Balaram temple in Vrindavan here. Однажды, где-то 22 года тому назад, очень смиренный, кроткий Вайшнав вошел в храм Кришна Баларама во Вриндаване. And of course, we had many devotees from Orissa. They were bringing him, and that's how I first met him. By good fortune, by the mercy of the Lord, to take prasadam in the existing Gurukul there. Его сопровождали преданные из Орисы, и моей благой удачей я встретил его тогда. Его привели на прасад в здание Гурукулы. And I was immediately impressed by his humility. Он очень впечатлил меня своим смирением сразу. And by his always smiling. И улыбкой. So enthusiastic. Жизнерадостность. Он был так полон энтузиазма и жизни. And then they were explaining that he's from Orissa and he was also an associate, a close friend with Guru Govinda Maharaj. And so I was very happy to meet him. Меня познакомили с ним, рассказали о том, что он близкий друг Шрилы Гургавинды Махараджа, что он вайшнав из Орисы, и я был счастлив познакомиться с ним. And then he was sitting down for taking prasadam, and I had the good fortune of being able to sit next to him and accept prasadam. Мне посчастливилось сесть рядом с ним во время прасада. And then while prasadam little talk was there, after prasadam we were talking a little more, and so I came to know him a little more. Мы разговаривали с ним потихоньку, мы стали знакомиться, я все больше и больше узнавал о нем. And then he was revealed to me that he found the deities of Bhaktivinoda Thakur, Radha Madhav. И затем он ошарашил меня тем, что он расповедал мне, что он разыскал утраченные божества Шрилы Бхактивинода Такура Радха Мадхаву. Of course, I was immediately very much enlivened. Это меня взбодрило, тут же оживило. And then he explained to me that about the place Jyoti Mangalpur, where he found the deities, and that he wanted to build a temple, but it will take some time to do that. Он рассказал мне о том, что он разыскал эти божества в Чоти Мангалпуре, что его мечта установить их там в храме, чтобы им там служили, но это займет много лет. And he was speaking English. Он говорил на английском. Well. Достаточно хорошо владел английским языком. Мы разговаривали на английском. Of course, that is one of the symptoms of the Vaishnavas. They will say, "I don't know anything." Many times, Vakimon was saying, "I don't know anything" in regards to different things. But then he started talking and then explained so much and so much and so much. Очень типично в настоящих Вайшнавах они всегда говорят, что ничего не знают, ничего не понимают, но потом, когда доходит до дела, видно, что они очень много всего знают и все прекрасно понимают. And most probably I was just thinking when Prem Pahyojan Prabhu was saying that I don't know English. For you I will learn. Most probably he knew already very nice. Я уже подозреваю, что когда он сказал своему Прем Пахьоджану Прабху, что я не владею английским, но ради тебя выучу, наверное, мы уже хорошо его знал. But he's just his humility. Ну просто будучи смиренным, он притворялся, что не знает. And after 2 weeks he was speaking nicely. А через две недели вдруг заговорил хорошо. So the pure devotees are so wonderful. Чистые преданные, они удивительные, замечательные. And definitely he was a pure devotee, the highest level, no doubt. А он чистый преданный высшего ранга Шрила Факир Мохан Прабху. And then he was giving some classes also. Он давал лекции. Selected devotees. Некоторым избранному кругу преданных он давал лекции. Of course, because as we know that, and ISKCON has some difficulty with
appreciating other devotees of other suffering, other, well, Gaudiya Vaishnavas, so to speak, of other societies, or other sampradayas. Ну, как мы знаем, из-за разных внешних соображений исконно часто проблемы с принятием вайшнавов извне, из других организаций, из других санг, to let him speak even. Поэтому ему не давали возможность давать катху в храме. But one of the devotees who was in a from Orissa, who knew Fakir Mohan Prabhu very well and who had a position in the temple, so he told the management, at least let him speak one time the Bhagavatam class. He was speaking also, and of course, very wonderful. Один из преданных из Орисы поручился за него, он его хорошо знал, и он занимал должность в Исконе административно, он сказал, хотя бы дайте ему один раз рассказать класс по Шримад Бхагаватам. И, конечно же, Факир Мохан замечательно поведал сладкую харикатху. So that was maybe short visit of 2 weeks. Это был короткий визит, может, он 2 недели провел во Вриндаване в тот раз. And then maybe he came back after 1 year. И где-то через год он снова вернулся. And then he was asking me, then you know I have this Radha Madhav, and so Radha Madhav they belong to Vrindavan. Actually, of course, wherever Radha Madhav are, all the pure devotees, that is Vrindavan, but still. He was expressing, I would like to bring them to Vrindavan. И затем он уже сказал мне, ты знаешь, я хотел бы привести Радха Мадхаву во Вриндаван. Потому что, конечно же, Радха Мадхав вечно живут во Вриндаване и в сердцах всех чистых преданных. And during the month of Kartik. During the month of Kartik. Во время Картики. And I thought, well, that is very wonderful, wonderful. Он сказал, хотел бы на Картику привести их во Вриндаван, чтобы они тут побыли. And then he was asking me, what do you think? Can we put them on the altar in your temple here, in this temple? I said, well, from my point of view, sure, wonderful. Я подумал, какая хорошая идея, они приедут во Вриндаван. А он меня спросил, а можно они пойдут на алтарь в Искон? Ну, я подумал, наверное, да, тут это хорошая идея тоже. And usually in our temple, because there are so many devotees that are coming and they were asking many times, can we put our deities on the altar, and it is practically not possible. So we always say, no, not possible, not possible, not possible. Многие преданные из года в год пытаются принести свои божества, поставить на алтарь Кришна Баларам, но мы обычно всегда наотрез отказываем, потому что если все будут приносить божества, что будет там? There's only one exception, the deities of Gonitai, who are going with the Padayatra, which has been organized in ISKCON since 1984, and every year they do whole Padayatra of Bharat Bhumi of India. And every Kartik they come to Vrindavan to do Braj Mandal Parikrama. So these Gonitai deities, they come on the first day of Braj Mandal Parikrama, first day of Kartik, and then on the last day of Kartik, they are one day on the altar. Исключение ИСКОН делает только для божеств гора Нитая, который там с 1984 года совершается Падаятра, путешествие по всем святым местам Индии. И эти божества приходят во время Картики во Вриндаван, в первый день Картики всходят на алтарь и покидают алтарь в последний день Картики. Это уже такая традиция. And so I discussed with the management that rather Bhaktivinoda deities, Radha Madhav, they have come here and the caretaker Fakir Mohan Prabhu, so he would like to put them on the altar for the month of Kartik. And so I was able to convince the management. But yes, so now every year, actually, since that means almost now 15 years, that they're coming to the ISKCON temple and they are staying on Radha Shama Sundar's altar. Поговорил с администрацией, с менеджментом и постарался убедить их, что эти божества надо обязательно принять. Это Радха Мадхав, Шрила Бхактивинода Такура. Я убедил их. И с тех пор уже более 15 лет каждый год Шри Радха Мадхав приходит во Вриндаван, стоят на алтаре Кришна Баларам Мандире под Радха Шьяма Сундара. Шри Радха Мадхав ки! Джай! Of course, then there was a question also one time by some devotees, well, these are wonderful devotees, maybe we should bring them to Mayapur, Radha Madhav, but also there, they could be there. But Fakir Mohan Prabhu, he didn't like the idea to bring them and let them be in Mayapur.
But he was saying, well, I want to make a temple in Chokhi Mangalpur for them and they should stay there. But every Kartik they should come to Vrindavan and stay doing Kartik in Vrindavan in the Krishna Bhagavan temple. У некоторых преданных появилась идея, давайте мы Радха Мадаву увезем еще в Майяпур, пусть они там живут с Радха Мадавой. Но Факир Мохан, его манобишна была, чтобы эти божества жили в Чоте Мангалпуре, чтобы им служили там, а каждую картику, чтобы они приезжали во Вриндаван, в Кришна Баларам Мандир. Так он хотел, чтобы это было. Of course, every year when he used to come, he used to give some classes also. And then there was one devotee also usually painting the deities every year before Kartik. And then somehow during Kartik, one time, and there was a suggestion because in my humble abode, by the mercy of the Lord, I have a place to stay in Vrindavan, which is beautiful. There was a question that maybe they can come to your house and we can have a program there. Часто Факир Мохан Прабху Шрила, Факир Мохан Прабху давал лекции, когда он приезжал на Картику. Однажды и некоторые преданные совершали служение божествам, расписывали их. И однажды появилась такая идея, возникла, может, божества придут в дом Мукунда Прабху, он главный пуджари храма Искон, и там погостят, и Факир Мохан присоединится к ним. And then almost every year, then usually we have a procession from the temple with Radha Madhav and the devotees going to my house, and then Kirtan there and Fakir Mohan Prabhu speaking, of course, about Radha Madhav and about Bhaktivinoda Thakur and Jyoti Mangalpur. So this way enlivening all the devotees. С тех пор была такая традиция, что был парад, шествие, божества шли, вначале заходили ко мне в дом, там Шрила Факир Мохан Прабху рассказывал Харикатху, конечно же, о их славе, о Чоте Мангалпуре, о Шриле Бхактивинода Такуре, и радовал всех преданных этой катхой. So this way through the mercy of Bhaktivinoda Thakur, Shrila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada, Isi Bhaktivinoda Swami Prabhupada, Bhaktivinoda Maharaj Prabhupada, Narayan Maharaj Gurudev, so we had the good fortune of in the temple serving with our pujaris, Sisi Radha Madhav, every day they are serving them. And then even in my house I had the good fortune of serving Radha Madhav. And even a few times they were staying more than just one day. But before leaving they were staying maybe 2 days in my place. И поэтому это моя величайшая удача, что по милости моих учителей Шри Гуру Гауранги, что Радха Мадав, я мог служить им в Кришна Балараме, что они навещали меня в моем доме, иногда несколько дней проводили там. So by Fakir Mohan Prabhu's mercy, I had the good fortune of serving them personally a few times. And so, and then also actually, just before he left, when his health was not good, and then there was a discussion what to do now with Maharaj, Fakir Mohan Maharaj Prabhu. So when he leave, who will take over the deities? And at one point some devotees suggested that maybe I should take care of them, which of course I liked. Who would not like to take care of these wonderful deities? I would. И позже, уже когда Шрила Факир Мохан Прабху появились проблемы со здоровьем, и зашла речь о том, кто будет заботиться о божествах, служить им, если после его возможного ухода. Некоторые преданные предложили, что я буду служить божествам, и, конечно, я был бы только за такую идею, кто бы не захотел им служить. Это происходило, на самом деле, где-то за месяц до того, как он ушел из этого мира. And that time they stayed even longer, I think it was 3 or 4 days, or maybe even 1 week. И тогда провел больше даже времени в гостях, может 3-4 дня, может даже целую неделю. Did he ever get to make his temple he wanted to make? Well, it's in the process, but it's not completed. Yeah, time is separating, but certainly it will happen. То есть все надеемся, что этот храм в Чоте Мангалпур будет построен, достроен, завершен, и что это действительно сбудется, что только время отделяет нас от этого момента.
So he worships. I'm just going to explain that. And so then Abadan Fakir Mohan, maybe 2 weeks before he left, he expressed that he would like the deities to come to Choti Manopur, and so they should be served by, I think it was his sister. The deities, and for some time the deities were there, even real sister or cousin sister. Sister. И позже Факир Мохан как бы выразил свою волю. Он сказал, что нет, пусть божествам продолжает служить моя сестра. Пусть они находятся в Чоти Мангалпуре, ну, до того, как достроится храм, и уже там будут пуджари и севаки. Actually, she was doing for some time, but then she gonna continue. And one of the disciples of Guru Govinda Maharaj, Haladar Maharaj, so he's now taking care of the deities in his ashram somewhere in Orissa. То есть несколько лет сестра Шрилы Факир Мохана Прабху служила божествам, но позже их передали в под опеку Халадара Прабху, ученика Шрилы. Haladar Maharaj. Haladar Maharaja. Ученика Шрилы Гуру Говинды Махараджа, который живет в Орисе, и там пока им служат. The devotees are still trying to get this temple down in Choti Mangalpur so that Radha Madhava can stay there and be worshipped there. Но все преданные прилагают усилия все-таки завершить постройку этого храма, чтобы это действительно Радха Мадхава могли жить там. Дакши Кришна is extremely merciful. Шри Кришна чрезвычайно милостив. So when it was suggested I should take care of Radha Madhava, I was so happy. Я был так счастлив, когда появилась, я услышал эту идею, что я смогу служить Радха Мадхаве. But then when they left, then of course I was feeling the feelings of separation. They're going and they will not stay with me. Of course, Kartik they will come. And usually they still come for one day to our place, mostly. Ну, конечно же, я был очень расстроен, когда я узнал, что у меня не будет этой возможности служить им постоянно, что лишь во время Картики я смогу их периодически видеть и служить им. But then, here in our ISKCON Goshala, I had one Yagyashala made, and I was desiring that we should have some deities there. Внутри из Конгашалы я организовал Ягьяшалу и думал, было бы хорошо, чтобы там были божества. Мне приснился сон, что скоро придут Радха Кришна, божества. And then suddenly one devotee Mataji came that I have some deities, very special deities, and I need a place for that to stay. И одна матаджи подошла ко мне, говорит, у меня есть особенные божества, им нужен новый дом. Я хочу. Then I thought, wow, that is wonderful. And then I told her that I had a dream, and then she said, well, maybe they want to come here. Я ей рассказала, что действительно у меня был недавно сон о том, что божества хотят прийти. I'm saying this because the deities which came. They are very special because actually they are connected to Advaita Acharya. Я это рассказываю, потому что эти божества действительно особенные, которые пришли, они связаны с историей Адвайта Ачарьи. The granddaughter of Advaita Acharya was married into that family, who were worshipping this very beautiful Radha Krishna deities also. Внучка. Yes, Radhika Keshav Roy. И это особенное божество. Внучка Шри Адвайта Ачарьи вышла замуж за юношу, который был родом из этой семьи, которые уже служили этим Радика Кешава Рай божествам. So from that point of view, they're very special. И с этого ракурса это особенные божества. And the most astonishing thing is, но самое удивительное, they practically look the same like Radha Madhava. Что они вылитые Радха Мадхава. Вот это меня сразило, что когда я их увидел, то прямо идентичные Радха Мадхава. Because that is the style in Orissa that the deities, they are very particular form. Потому что это арийские божества, то есть формы особенные, как раз тех времен, о которых идет речь. For example, Rani's face and the nose is a little bit pointed and a little bit big. This deity you will never find here in Loi Bazaar. Even you can go
in Braj or anywhere, even in Mayapur, Navadvip, you cannot find this deep. Find only in some places in Orissa. Присмотритесь к чертам лица, особенно у Радики, такой заостренный носик, особая форма ушей, глаз, и таких божеств в Радже вы не найдете. Их такие можно найти только где-то там в Орисе. So this way the wonderful pastimes are going on with the Lord. Вот такие удивительные лилы Господа происходят в нашем мире. Шри Радха Мадхав ки. Джай. Шрила Бхакти Винод Тхакур ки. Джай. Факир Махапрабху ки. Джай. Шрила Прабхупада ки. Джай. Шрила Гурудева ки. Джай. Самавета Бхактивринда ки. Джай. Гоу Преманандэ. Raja Renu, you want to say something? Some more speakers. Radha Madhava Prabhu. Share some more nectar with us in different occasions. Я посчастливилась много раз в разных местах встречаться с Шрилой Факирмоханом Прабху. That was my great fortune. Это я считаю своей великой удачей. Orissa as well in Vrindavan. Возможность встречаться с ним в Орисе, также во Вриндаване. And our main topic of conversation was the Vishma Vaishnava Raj Sabha, which Srila Bhaktivinoda Thakur was very keen to establish. И главная тема наших обсуждений была вот как раз создание такой дружной вайшнавской семьи, организации, которая открыта для всех вайшнавов. Это было мечтой Шрилы Бхактивинода Такура. Факир Мохан ji, he invited me to go to him and do more research with him from the scriptures on the topics, but unfortunately I never found that time to do and to get that deep association. К сожалению, когда Шрила Факирмохан Прабху приглашал меня присоединиться к нему, там делать исследования, у меня в то время не было времени на это, и об этом я сожалею сильно. But when Raja Renu came to me and asked whether the Samadhi of Факирмохан could be in the Vrindakunja, I was very happily surprised. Но когда Брач Прабху пришел ко мне и спросил, можно ли установить тут Пушпа Самадхи Шрилы Факирмохана Прабху, я обрадовался такой возможности, был удивлен и обрадован. And every day I start my morning in Vrindakunja, sitting next to his Samadhi. То есть мой день начинается там, во Вриндакунже, с посещения этого Самадхи. And thinking about these short but intensive sweet moments having been with him. Я вспоминаю эти сладкие мимолетные встречи с ним. I thank you all for bringing this festival here of his disappearance day. Я благодарен вам всем за то, что вы участвуете в этом, вот дали возможность этому фестивалю ухода Шрилы Факирмохана Прабху проходить в этом ашраме. Want to speak with the presence of the worship of Lord Bhaktivinoda Shishi Radha Madhava, which makes this festival gain an additional feature of the unlimited. И что же говорить об этом трансцендентном бонусе и о том, что Шришри Радха Мадхава участвует в этом фестивале, это неописуемо радостно. My most humble obeisance to all of you. Was the devotee was going to speak? Can you please come here? И еще один преданный хочет прославить Шрилу Факирмохана Прабху. Пушпа Самадхи ки джай, Брача Рену ки джай. He really did an incredible job. Брача Рену Прабху, сидящий справа от вас, он... I consider this Samadhi to be one of the most beautiful Samadhis of Vrindavan. Двигатель этого проекта. It's like Rupa Goswami's Samadhi in a bonsai form. Я обожаю это Самадхи. Something which would surely please Факир Мохан. Сладкая очень Самадхи. He really got the right touch for it. Правильное настроение, все тонкое, тут такое, как миниатюрная Самадхи Шри Рупы Госвами Пады, вот, которая выражает истинное такое различное настроение. And all the Vaishnavas, that's all I have to say today. Please continue. Благодарю вас всех, кланяюсь вам всем. No.
pracę wybrałam w momencie kawy, oczywiście, oczywiście nie będę chciała, bo to tam było właśnie. No mam być na wydaje jakoś na pisanie, bo to będzie sobie tego, bo będę się mam elity na wydaje. So, before I start, I have to say public speaking is not my forte. Я прошу прощения, я далеко не оратор, поэтому речь будет очень краткой. So at the beginning of 1992 in Bhubaneswar, my Gurudev Srila Gauravindaswamy requested me to become his secretary. В 1992 году в Бхубанешваре мой гуру Махарадж Шрила Гауравинда с вами попросил меня стать его секретарем. And I said to him, I don't think I can do it. And he looked at me strangely and says, why not? I said, well, I'm very full. And he says, yeah, that's neither here nor there. I want you to do it. And I said, okay, I'll do it. Я сказал, я не знаю, смогу ли я исполнять эти обязанности. Он сказал, почему? Я сказал, ну, что такое падший? Он сказал, ладно, давай, работай. So because I was Gurudev's secretary, I got to meet the professor quite early in the piece. И будучи уже секретарем, я смог познакомиться с профессором Факирмоханом Прабу. And Gurudev treated him like a brother. Мой Гурудев Шрила Гауравинда Махарадж относился к нему как к родному брату. Treated him like a brother, like an old friend. Другу брату. And he said to me, I was in the room doing a correspondence one day, and he said, Professor Fakir Mohan, he says, very intelligent, very intelligent. Он мне однажды сказал, профессор Факир Мохан Прабу очень-очень умный. And then he says, doing a postgraduate course at the Utkal University, very intelligent person. Он защитил докторскую в Уткал университете, говорит, он умен. So, in 1980, before I appeared on the scene of Gurudev's glories, there's one South Indian Brahmin, Badrinarayan Ramanuja Das, you know? До моего появления на Вайшнавской. So he wandered onto the Bhubaneswar property, and he was pretty smart. He was super intelligent. He knew Sanskrit. He was an astrologer. He knew the Samudrika. Samudrika means you can see the 32 different auspicious signs on the body of a person, which is very rare to see in this day and age. Anyway, he walked on the property and he said, first thing he saw was giant effulgence, and then he saw this sadhu sitting on the veranda chanting on beads. В 1980 году один такой знаменитая личность из Южной Индии, Бадринараян, что-то я не расслышала, он был знатоком санскрита, астрологии, самудрики, то есть по чертам тела, характеристикам мог распознать великую личность. Он прибыл в 1980 году на эту землю и увидел там сияние, и приблизившись, он увидел вайшнава, который сидел и воспевал на четках. Anyway, that sadhu was Srila Gauravindaswamy. And this Badrinarayan, he said to me, from young I was trained as an astrologer, I know Samudrika, the four Vedas, you know how they talk, 108 Upanishads, 18 Puranas, I know Bhagavad, I know the Mahabharata, the Gita, the Ramayana, this and that, I know everything. He said, when I saw Srila Gauravindaswamy, I could understand he has all the symptoms of a Mahabhagavan on his body. The reason I'm saying this is because Badri thought, and he is pretty intelligent. So one day, well, for a few days in Bhubaneswar, 1993, he shared a room with the professor. То есть, к чему я веду? Вот этот Бадринарайан, супер-дупер, он умный, он сам мне говорил, я знаю все веды, Махабарату, Пураны, всю астрологию, санскрит. Говорит, но когда я увидел Шрилу Гауравинда Махараджа, говорит, я увидел все признаки, симптоматику возвышенной личности, великой Махапуруши, говорит, и однажды я был соседом в номере с одним профессором, там, говорит, в ашраме остановился в 93-м году. And I was Gurudev's secretary, so I had to go and see them for something for Gurudev. And I walked in the door, and the professor was sitting on the floor here, and Badrinarayan, the big Brahmin, was sitting here. And he turned around and looked at me, and he said, "He knows more about Sanskrit than me." И я как раз будучи секретарем Гауравинда Махараджа был послан повидаться, что-то мне надо было забрать в комнате. Я захожу в комнату, сидит на полу Шрила Факир Мохан Прабу, то есть я его знал как профессора в то время, а возвышаясь над ним сидит этот великий пандит,
Бадринараян, но Бадринараян, взглянув на меня, сказал: «Ты знаешь, профессор знает санскрит гораздо лучше меня». He said, he knows more about Sanskrit than me, and then he looked at me like, how is this possible? И у него прямо челюсть отвисла от удивления. Он говорит, как это, как так произошло, что профессор владеет санскритом лучше меня? To say that the professor was a genius is an understatement, it's a euphemism. Это мягко, говорит, это недостаточно сказать, что он гений, говорит, это будет... His PhD and later in life... Sorry. His PhD and later in life he did a DLit, Doctor of Literature, and I was speaking, I've never been to university, I'm pretty dumb, but I was speaking to devotees that have majored in this and got PhDs, and they said, we didn't even know what DLit existed until the professor got his. То есть не только он защитил докторскую, а потом он еще получил докторскую в литературе, и многие, вот я не был в колледже, я неуч, но те, кто были, они даже не знали, что существует такой титул, такой диплом доктора литературы, который Факир Мохан позже еще получил. And he would give class at the MVT in that those rooms. They weren't very big, right? So what, 20, 30, max 40 people hanging off the ceiling. And he would speak to whoever came. And next door was the Krishna Balaram temple, the ISKCON temple. Someone would be speaking and there'd be hundreds of people there. But the person speaking at that temple, so he'd wake up at 10 past 1 in the morning. He would chant 64 rounds a day. He would start his research work. He used to say, I'm a research person. I'm not anything, just a research person. Chant 64 rounds a day, wore his dhoti like this. His collar was up here, his profile whatsoever. Very humble. And if you've ever been in the association of sadhus, real sadhus, Vaishnavas, you'll see they're very cute. Потрясающе. То есть он вставал в час ночи, где-то в 10 минут второго, успевал 64 круга, и потом начинал свою шастра-севу. Он постоянно писал, переводил, комментировал на что-то, проводил исследования. На вид он был очень прост, немножко взъерошенный там. Доти так смешно повязано, что-то накидка, чадр спадал с плеча. Говорит, ну вот это такая обобщающая характеристика саду, они очень симпатичные, они такие вот прям вот лапушки. Yeah, so he had no profile, and many senior ISKCON personnel would go to him for clarification of philosophical points. То есть нет ничего притворного в чистых вайшнавах, они простодушные, они открыты, и ничего не пытаются из себя там выставить кому-то, но даже великие там главы ИСКОНа приходили к нему за разъяснениями сиддхарты, которая была непонятна им совершенно. So you may know or you may not know that myself and my wife, we publish our Gurudev's books under the publishing name of Tattva Vichar Publications. Anyway, sometimes Guru Maharaj would quote something that was just, we couldn't figure it out. So we would just go to the professor, and within seconds he'd write it down. He'd figured it out and handed it to us and said, that's your answer. So we were doing that every time we came. So I have to say something now, it's a little personal, but thanks to the professor, it's going on. So in 2010, my wife and I, we were publishing Gurudev's books, and we were going to, and Tattva Vichar Publication was going to fold, we were going to stop doing it. It's not so good because when the Guru tells you to do so, you should really do it for your whole life. You don't stop. Gurudev himself gave a whole lecture on Guru Seva is everything. Anyway, we were going to fold for one reason or another. And in 2010, Kartik, in Vrindavan, we told the professor, oh, yeah, I think we're going to fold. And he was, he preached to us and encouraged us in such a way that we kept going, and that's like 71 publications later. То есть, может, некоторые из вас знают, некоторые нет. Я и моя жена совершаем нашу севу нашему учителю Шрили Гургавинда Махараджа публику издательствами его публикаций. И Гурудева поручил всегда публиковать и подчеркнул тоже, что Гуру Сева это навсегда. То есть никогда мы не должны прекращать Гуру Севу. И очень часто у нас возникали вопросы. Шрила Гургавинда Махарадж говорил какие-то сложные, непонятные нам вещи. Мы всегда бегали за помощью к профессору. Профессор мгновенно решал все наши проблемы, вопросы.
Все становилось ясным, и он помогал нам в этой сейве публикации, но позже, что произошло, по разным причинам, казалось, что нам придется прекратить эту сейву, у нас вот эта публикация уже не шло, были проблемы свои, и мы в 2010 году во время Картики пошли поговорить с Шрилой Факирмоханом Прабу о наших проблемах, о том, что нам придется прекратить, прервать эту сейву нашему Гурудеву, что есть определенные трудности. Он таким образом проповедовал нам, так вставил хорошо, что все вразумил, что нельзя прекращать гуру сева, невзирая ни на какие препятствия. И так взбодрил нас, что мы с двойными усилиями продолжили, вот уже с тех пор опубликовали 71 публикацию, благодаря ему, потому что он нам так помог морально и духовно. So thanks to the professor, Gurudev's words are getting out. It's truly thanks to him. Благодаря профессору, слова нашего Гурудева расходятся по всему миру. And I must admit, oh no, I won't say that's good to piss on. But anyway, well, I wasn't so much into folding, but my wife was saying we should have a normal life because our kids think we're weirdos. We just sit in front of computers all day working on books. А то есть это не я пытался прекратить эту публикацию, а жена подзуживала все, она говорит, давай уже нельзя так дальше сидеть у компьютера сутки напролет, как же дети, что они подумают о нас, что мы за родители, когда всегда у компьютера, вот так она меня подбивала на то, что надо все это остановить. Вот так. Yeah, so my kids, they think, our kids think we're weirdos, we just publish books, that's all we do, we think, they say... Like I get up sometimes in the middle of the night and I start writing because you get an idea and they think, what's going on here, you know? Ну, дети нас считают безумными, потому что мы все время там сидим, что-то пишем у компьютера. Я посреди ночи иногда вскакиваю, потому что какая-то идея приходит в голову по поводу книги, приходится сразу пойти напечатать это. Ну, дети этого не совсем, ну, не понимают, но... So I have to say the professor was very humble, he was very tolerant. He was very easy to get along with. I remember once at your place, he was Govardhan Puja, and he ate his little tiffin with a few chapatis and some steamed veggies and some dal. And then his big feast came out, and he looked at me and he went, if I eat this, they're going to think I'm really a weirdo, so I'll eat the feast and I'll keep this for later. So then he ate the feast, he looked at me and he went, oh, that's such a big feast. He said, oh, I wish I hadn't eaten it, it was too big. Anyway. Да, и он жил в Факирмоган Прабу был очень простым в общении, он, с ним очень было легко. Он никогда не создавал сложностей ни для кого. Я помню, однажды проходил пир в доме Мукунды Прабу, и там принесли множество блюд, а в это время у Шрилы Факирмохана Прабу с собой был тифин, такой термос с несколькими чапати, там овощами на пару. Какой-то очень простой едой, которую он собирался почтить, но потом он сказал мне, наверное, посчитают меня странным, если я откажусь участвовать со всеми преданными в этом изобилии, в этом пиру, придется вместе со всеми почитать этот просад, а это я скушаю потом вечером. Ну, покушав, он, конечно, сожалел, что он покушал такой, ну, такой обильный пир. He was very humble, very tolerant. Кроткий, смиренный. Easy to get along with. He would speak to anyone. If there was one person or 100, he would just speak. He didn't care. As I said before, he had no profile. In 1994, Gurudev said to me, print everything I've ever said. I never told anyone that. I walked out of Gurudev's room and never told anyone until 2011. And in 2011, I was in Vrindavan, and the professor looked at me and said, how are you going to do that? I said, I don't know. And he just started laughing at me. You know, like, то есть он был очень никакой протишки, ничего, он не пытался привлечь себе внимание, уделял внимание всем. И с готовностью говорил, будь хоть с одним человеком, хоть что к нему приходило, не было ему важно. И в 1991 году мой гуру Махарадж сказал мне, ты должен опубликовать мое каждое слово. Но я этим наставлением не поделился ни с кем. Но вот только в 2011 году, зайдя к профессору в комнату во время Картики, он посмотрел на меня и спросил, а как ты собираешься осуществить эту севу, свою миссию? Я рассмеялся. So, there was one instance where he gave a class on the holy name, and he quoted... So many slogans, so many. Однажды он в Катхе прославлял святое имя нам Прабу и цитировал множество проман шлок. Then the next night he gave a class on the holy name,
And he quoted a whole lot of more slogans and didn't repeat one from the night before. He just knew so much. На следующий день он снова продолжал прославлять Святое Имя, в этот раз цитируя опять множество шлок, но не повторяясь ни одной шлоки с предыдущего дня, потому что объем его знаний был непостижимым. And my Gurudev said, he said, professor is a very powerful person. И мой Гурудева говорил, профессор – это очень мощная личность. And when he left this world, we were all crying in Australia. Когда Гурудева ушел из этого мира, мы безудержно рыдали. Because Gurudev left early, and the professor was like our next of kin, and we didn't think he would leave because he was so fit, and then he left like that. Very upsetting. То есть, как Гурудева, никто не подозревал даже, что он может покинуть нас так рано, потому что он был таким крепким, здоровым, все было в порядке. Это было полным шоком для нас, что он так скоропостижно просто ушел из нашей жизни. People were ringing me up saying, what happened to the professor? And I don't cry. I mean, I'm a big guy. I'm a tough guy. But people were ringing up, what happened to the professor? I was just crying because I'd have to hang up. I can't talk. А потом, а мы думали, что у нас еще надолго будет профессор в нашей жизни, заменит нам, ну, станет как вторым отцом, преемником нашего Гурудева, и он выглядел так хорошо, и тоже, когда он ушел, и люди меня спрашивали потом, а как профессор, я даже не мог отвечать ничего, просто вешал трубку, потому что слезы просто текли из глаз. The professor is smarter than him. That was a big thing. И для меня то, что Бадри Нараян сказал, что профессор гораздо умнее меня, для меня это было таким великой вещью, что значимо было очень. So I don't know if that's everyone. Have I taken up too much of your time? Прошу прощения, если я слишком долго говорил. Поклоны всем. Хорошо. Арибо! Yes, we had the great chance to be here in Bhubaneswar. Я была счастлива встретить Шрилы Факирмохана Прабху в Бхубанешваре. And I know my beloved Gurudev. Love very much Факирмохана Прабху. Я знаю, насколько мой любимый Гурудева Шрила Гургавинда Махарадж любил Шрилу Факирмохана Прабху. And he said he's the one who knows the most about Mahavishnu. Because Fakir Mohan, from what I understood, his PhD finished very recently. So, and it was based on every footstep that Mahaprabhu made in all Orissa. Шрила Факирмохан Прабху знал лучше всех вайшнавов все места, связанные с Шри Чайтани Махапрабху в Орисе. То есть в каждое место, которое посетил Шри Чайтани Махапрабху, где были его лотосные стопы, Факирмохан Прабху все это исследовал, описал. Это мнение было, это было мнением Шрилы Гургавинда Махараджа. Он сказал, что Шрила Факирмохан Прабху лучше всех знает все о Чайтани Махапрабху. Going to every village, he spent all his time to every village, and he knew where Mahaprabhu, where when, where he sits, mostly where he eat. Он обошел всю Орису, выведал, где был Махапрабху, где он спал, где он почитал прасад, где он принимал омовение, где он встречался с кем-то. То есть он это провел годы, исследуя каждую деревню, каждую тропинку там. So in 1996, our beloved Gurudev went to Gopal and Radharani, and Fakir Mohan stayed in Bhubaneswar, and he took very good care of those who stayed. В 1996 году наш
Дорогой Гурудева ушел к своему Гопалу в Нитья Лилы, и Шрила Факир Мохан Прабху продолжал заботиться о всех нас, о преданных там. So he was giving class at the beginning in the temple. But like you expressed, they had some problem. He was before Gaudiya Vaishnava, his Gurudev, Tanupriya Goswami, so something happened after Gurudev left. Something happened. So now one of his disciples have a really nice apartment just in front. You cross the highway, Krishna Tower, and go find a tree. Изначально после ухода Шрилы Гурудева Шрила Факир Мохан Прабху давал лекции в храме ИСКОН, но позже возникли какие-то опять там проблемы из-за того, что он был там инициирован не совсем в ИСКОНе, где-то в другой организации. И все разрешилось благополучно, потому что у одного из учеников была квартирка прямо рядом с храмом, просто надо было через дорогу перейти, номер 502. И мы стали ходить туда, слушать катху там из уст Шрилы Факир Мохана Прабху. And like you know, in 1999 was a super cyclone. Like 1 lakh people died in Orissa, no one in Puri, not one leaf of a tree fell in Puri. It's another story. So Fakir Mohan at that time heard the news and he rushed to Chhatipur. В 1999 году был ужаснейший циклон, накрыл Орису. Удивительным образом никто не погиб в Пури, вообще там травинка не шелохнулась, листик с дерева не упал. Это отдельная уже история, но сотни тысяч людей погибли в это время. Когда Шрила Факир Мохан Прабху узнал об этом, он стремглав бросился в Чоти Мангалпур проверить, как там все. Somehow he knew always, he had this in his heart. That Radha Madhav was there. People say, oh no, they were broken, we put them in the river, and many stories, but he knew. Сколько лет он уже к тому времени пытался найти Радха Мадхава, он всегда верил, что они там, в Чоти Мангалпуре. Люди говорили, нет, эти божества утеряны, нет, они разбились, их положили в реку, у них уже нет, все пропало. Но он не сдавался, потому что у него была четкая духовная интуиция, что эти божества его ждут там. Их просто надо найти. So with the super cyclone, he got the idea, he rushed to the village, and the deity were in the Brahman house, who actually was not taking care of them. I will tell you why after. And he take out 4,000 rupees. The Brahman house, the roof was done, everything was broken. So Fakir Mohan took 4,000 rupees from his pocket. And like he said, he like take one here, and he went again. И что случилось? Благодаря этому циклону, который разнес много домов, Шрила Факир Мохан Прабху в этой деревне Чоти Мангалпур нашел дом брахмана, в котором прятали эти божества как раз, Радха Мадхаву. Но брахман совершенно не уделял им внимания, не служил им, пренебрегал служением. Но в этот раз крышу дома брахмана снесло, он был в отчаянии, там надо было все чинить. И Факир Мохан очень хитро обменял божества Радха Мадхаву на 4000 рупий. Он сунул ему 4000 рупий на починку дома, схватил подмышку Радху, подмышку Мадхаву и сбежал оттуда. But he was very clever, so he gathered the elders of the village. And it was like 50 years nobody had news of Radha Madhava. So he gathered all the elders and they recognized them. So he had to prove that. То есть потом ему надо было доказать, что это действительно Радха Мадхава, потому что к тому времени никто их не видел уже около 50 лет, и он стал обходить там долгожителей местных, и люди подтвердили, действительно это Радха Мадхава, который все думали уже утеряны совсем, что они сломались и унесли в реку. So he bring them back, and at that time we have children. My eldest daughter just got initiated by Shri Padmaraj, Bhakti Swarup Damodar, but first initiation, and Uttam, the son of a family, French family, we only have many kids. So Fakir Mohan said to them, okay, you take care. Он вернулся обратно в Бхубанешвар с этими божествами и поручил
служить им, моей дочери, которая в то время только получила харинаму, Шри Пандавадара Махараджа, и мальчику Утаму, который был из французской семьи, он сказал, вот вы будете их пуджарить, теперь ухаживайте за ними. And Fakir Mohan loved the children. Он очень любил детей. He was a children, like when someone said, Vaishnav, with bhajan is siddha, they all have the characteristic of a child. Purity and simple and always happy. Он сам был как ребенок, потому что чистый вайшнав всегда простодушен, невинен и жизнерадостный, как ребенок. Он всегда был таким, потому что его баджан был сидо совершенно. And so I can tell something important personal. One night I was waiting my daughter, but she was coming so late, and Rita brought her like 1 o'clock behind his bike. And she said, Mata, look, Radha Madhav, they wait that I'm born. I grow up, I learn how to paint. I live in Bhubaneswar, and she could paint them. Моя дочка умела уже рисовать. Однажды я поделюсь чем-то личным. Однажды я долго ждала вечером дочь. Время шло, все, и она не появлялась. И только в чашу она появилась, утром привез ее на велосипеде. И дочка такая вся взбудораженная, радостная. Взволнованная стала мне говорить, мама, вот ты просто задумайся, Радха Мадхав, сколько лет они ждали, чтобы я родилась, чтобы я выросла, чтобы я научилась рисовать, чтобы я приехала в Бхубанешвару, и теперь они пришли, чтобы я могла их разукрасить. And Radha was black, so everybody saw she was in stone also. Раньше Радика была полностью черной. Радика была полностью покрыта патиной черной, поэтому все были уверены, что она тоже из черного камня. Дети вычищали ее, потому что это бронза. So, and Fakir Mohan was organizing mango utsav and lychee utsav and chiku utsav for all the children. So we always had feast in his apartment and with Radha Madhav, all the children are great. И все дети так любили Шри Факир Мохана Прабху. Он постоянно устраивал какие-то пиры, находил какие-то предлоги, там праздник божеств, там такой пир. Постоянно в его квартире мы все собирались на просадные пиры. Oh no, that's, I love him, he loved us. I have a son named Guru Prashad, my Guru Naswami, who was very naughty. And Fatima's says, no, he's a good boy. He loves especially the bad boy, the Bhaktinand. He was caring very much and always there blessing. У меня тоже есть сын Гуру Прасад, ученик Шрилы Гоговинда Махараджа. Он очень озорной был, всегда плохо себя вел, но Факир Мохан Прабху всегда отстаивал, защищал его, говорит, он очень хороший мальчик. Он очень любил детей и всегда поддерживал нас. I don't know if you know the story. There was in this village, Chotipur, a family named Rai. Если вы знаете, может, историю, в этой деревне Чотимангалпур была семья под фамилией Рай. And they, because Bhaktivinoda Thakur put all the land in the name of Radha Madhav. Все земли Бхактивинода Такур завещал, он то есть сделал земельный траст под именем Радха Мадхава. То есть земли принадлежали легально божествам. So this family, they say, they were the owner of the land. Because they were the children of Bhaktisiddhanta. Но эта семья, они настаивали, что они дети Бхактисиддханты Сарасвати Такура какие-то. Да. Непонятно откуда, но они говорят, это земли наши, мы дети. Факир Мохан made a court case. И начался судебный процесс, конечно. Anyway, the and the day, you know that. Ну, непонятно, каким образом они были его дети, но они настаивали на том, что они дети. Факир Мохан was stressed. То есть, понятно, они хотели завладеть этими землями и говорили, мы законные владельцы этих земель, потому что наш папа Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур. And the day when this Fakir Mohan was going to Cuttack, and this Rai was coming by bus to the Cuttack. То есть однажды Fakir Mohan поехал в Cuttack, и это кто-то из этой семьи, Рай, они тоже приехали туда на автобусе. And the bus where this man was staying, they had an accident, two buses.
and he died on the spot. И вот этот человек, который ехал туда, он погиб в авто. Два автобуса врезались друг в друга, и мгновенно он умер. Не надо притворяться ребенком, Бхактисиддханта Сарасвати Такура. И потом уже не было никакого судебного заседания, потому что не было кому иск подавать. То есть ужаснейшая была катастрофа, и вот так это все закончилось. Окей, Джай Радха Мадхава. Мадурина Самар поет. Ом Гьян Тигран Дасипан Джан Сабхачар. Шичатани Мурча. So many beautiful words talk about Fakir Mahan, and I can say just an essential point where I would say, so long time, just last 5 years. Here's the words for now, him like 20 years or 25 years. Шрила Факир Мохана Прабху можно прославлять бесконечно. Столько сладкого и красивого можно сказать о нем. Я его знал приблизительно около 5 лет. Среди присутствующих есть преданные, которые знали его гораздо дольше, там 20 лет и больше. That's why I just say just 1 minute brief what I get from him. It's a beautiful verse from Brahma Samhita. There's like a Primanjana Churita Bhakti Vachanena Santaksa Daivakadesh Vavakayanti Yam Shriyama Sundara Machintiyam Gunaswarupam Govinda Mari Purusham Tamahambhajami. That's yours. Like such a Vaishnavas, they have eyes which are really full of the prema, and they are in his heart Santaksa Daivakadesh Vavakayanti. They see the pastimes of the Lord just continuously. Брама Самхита описывает такого вайшнава, как Факир Мохан. Их глаза сияют от премы, в их сердцах всегда живет Кришна. And then, I just hope maybe some people here they don't was able to see the Fakir Mohan, but I want just one incident to talk like how really he was powerful, how really he was pure. It was in 2014 in the Tota Gopinath temple in the Puri. Может, некоторым из вас не посчастливилось лично видеть Шрилу Факир Мохан Прабху, но я хочу рассказать историю, которая произошла в Пури в 2010 году. В 2014 году. There was some because he was also every year he was invited by Madhavananda Prabhu to his seminar about Jagannath, like this in January month. And he also came to that time to Jagannath Puri from the Kendra Para. He is like 200 kilometers from the Puri. Ежегодно Мадхавананда Прабху приглашал Шрилу Факир Мохана Прабху принять участие в семинаре, посвященном Господу Джаганнату, который проходил в Джаганнатхапури, и он приезжал из Кендра Пары, там где-то больше 200 километров от Пури. One time he gave just very short class in Tota Gopinath temple. And what I feel for 5 years, I see many times he's speaking in the Puri different places, in Vrindavan also. But when he came inside the Tota Gopinath temple, that was really amazing. There was really like 1,000 times more powerful than anywhere else. И что потрясло меня, когда в этот раз он дал коротенькую лекцию внутри храма Тота Гопинатха, и я слышала его во многих местах, в разных храмах, во время разных мероприятий, но тут было нечто потрясающее, как будто бы его шакти усилилось тысячу крат. And on the next day, morning time, I also come just to get a darshan of Тота Гопинатха. На следующее утро я вернулся в храм Тота Гопинатха на даршан. There was one sannyasi. He just chanted Mahamantra. Там воспевал джапу один саньяси. And the some devotees from the like from Australia, maybe they asked him to talk something about Hare Krishna Mahamantra. И какие-то австралийские преданные попросили Махараджа прославить Hare Krishna Mahamantra. And he answered like I may talk like a few hours or a few days about Hare Krishna Mahamantra. I know Harinama Chintamani, I know so many different scriptures. I may just try to explain. Он сказал, да я могу часами, днями говорить о Харинаме, потому что я знаю столько книг о Харинама Чинтамани, я могу прославлять Святое Имя. But he said, I just want even to speak, because yesterday I was hearing myself how Fakir Mohan was to talk about Holy Name here in this place. That's why I come here
next day morning just to be here in this atmosphere. That's why I doesn't want to talk anymore. Он сказал, но я могу вам рассказывать про это имя, но мне сейчас не хочется ничего говорить, потому что я сам до сих пор поглощен воспоминаниями услышанного того, что я услышал из уст Шрилы Факирмохана Прабху прошлой ночью в этом же храме, поэтому я и вернулся сюда воспевать святые имена на этом месте. And I was in that katha what about he talk and when Fakirmohan just come to Totokovinath temple in here we start to just like speak like it. What is the special quality of the Puri? Or he say just to feel the Puri, he was so much attracted, he was so much loved Jagannatha Puri. Just it was his number one. He tell me always, if you want prema, you go to Puri. That's very easy to. Я подслушал вот этот ответ этого Махараджа. И вот что удивительно, когда Факирмохан Прабху приходил в Тотокапинат, он всегда начинал прославлять Кшетрадаму, Джаганнатха Пури. Он говорил мне даже лично, если ты хочешь обрести прему, живи в Джаганнатха Пури, ты с легкостью ее получишь. Это удивительное место. And when he started that katha in Puri, he said, "What's the special quality of the Puri? What's the special quality of the Puri?" It was really his essential point, what he wanted to introduce every time in his speech. И когда он начинал катху про прославление Пури, он всегда подчеркивал одну важную идею. Он хотел донести до всех. What was the special quality? В чем особенность Пури? And then he said, in every square inch in the such a holy place in the Puri, in every square inch, this is a pastimes of the Lord Gauranga. Он сказал, потому что в каждом сантиметре, в каждой пылинке этого места проходили лилы Господа Гауранги. Все тут пропитано лилами Господа Гауранги. But he was not just speak about that. When he started to say that, everybody practically started crying, all the auditorium. Это было не просто теоретически, не словами, не теорией. Когда он это говорил, он это прямо транслировал в сердца всех присутствующих, осознание вот этого факта, и все начинали рыдать от чистоты и силы его слов. Everybody forget. That's why that sannyasi talk about like I can't speak so many things, but I was shocked yesterday how really Sri Mahabhagavata Vaishnava talk about Mahabhagavata. He no need to talk. He just pronounce few words and everybody feel the pastimes here. То есть я поэтому вот и рассказал об этом случае с этим саньяси, который так и сказал, я сейчас ничего вам поведать не могу, потому что я до сих пор под сильным впечатлением того, как меня потрясло вчера на лекции Факирмохана Прабху. Он просто это вот пару слов мог сказать и продирало всех. И мы also can see Vrindavan now. Vrindavan is such a special place. Here is you can see this very house is sometimes very dirty place, like in material vision, in very strange place, in modern building. And otherwise, you can see the part of the 19th century, 18th century, very ancient, very beautiful building between that. You know, like yesterday we speak with Het Pujari in Gopinath Temple. He said, even 60 years ago, there was elephant procession. Can you imagine? 60 years ago was elephant procession to the Gopinath Temple here. It was absolutely another like a place in Vrindavan. So many peacocks, so many elephants, so many cows. No dogs, monkey, and pigs in that time. То есть Вриндаван это потрясающее, уникальное место. К сожалению, сейчас мы сталкиваемся с таким не самым приятным внешним проявлением, созданным человеческим фактором, загрязнением, там современными зданиями, суетой, грязью и так далее. Но если посчастливиться увидеть во Вриндаване, есть удивительные места там, с 19 века, 18 века, храмы, всякие ашрамы, сады, где можно увидеть Вриндаван таким, как он был раньше. Вот вчера мы разговаривали с Пуджари из храма Гопинатха. Он говорил, что всего лишь 60 лет тому назад шли парады со слонами, шествие шло к Гопинатху со слонами. Не было вот этой всей грязи, собак, свиней и так далее. Были павлины, попугаи, зелень, цветы повсюду. И коровы повсюду бродили. Печальные калиюжные изменения происходят, но Вриндаван остается Вриндаваном. And Факирмохан, what I see about that, Факирмохан was the person who was between us in that time, but actually his consciousness was in Mahaprabhu's time, like 500 years ago. He so much was attached to Mahaprabhu, it was his like point. Факирмохан Прабху был настолько привязан к лотосным стопам читания Махапрабху, он внешне находился вроде с нами
в современности, но на самом деле всегда пребывал рядом с Чайтанья Махапрабху в его лилах. And many a time I see like devotees asking many philosophical questions, like how we can do the bhajan, how we can do the our service. He always trying to answer from the song of the Bhaktivinoda Thakur. He was able to keep in memory like maybe 300 bhajan of Bhaktivinoda, and always he answered by song the bhajan. Приходили к нему с вопросами о том, как совершать баджан, или какими-то философскими вопросами, отвечал он всегда словами Шрилы Бхактивинода Такура, баджанами. Он знал наизусть там сотни, может 300, может больше баджанов, и всегда отвечал идеями и словами Шрилы Бхактивинода Такура на все вопросы. Like senior devotees already mentioned, he was very close to Gorgavinda Swami Maharaj. Как уже старшие преданные упомянули, он был близким другом Шрилы Горгавинды Махараджа. And I feel what I'm really trying to research also in this in the Gaudiya Vaishnava literature. They are both was like Gorgavinda Swami in the Fakir Mohan. They both was so much concentrate like Gaudiya Vaishnava come from the Orissa. Not like many people say from the Bengal now, but from the Orissa. They said like because so many generation was already like before Rupa Goswami, even Mahaprabhu, many generation before was stay in Orissa. И что интересно, Факир Мохан Прабху и Шрила Горгавинда Махарадж, они придерживались мнения, что истоки Гаудия Вайшнавизма берут свое начало не из Бенгала, как все сейчас считают, а на самом деле из Орисы, потому что семья Чайтаньи Махапрабху и семьи многих великих вайшнавов, они были родом из Орисы. И вот оттуда началась традиция Шримад Бхагаватам. И а потом позже они все переселились уже в Навадвипу. Even Jagannath Mishra, his famous history, Jagannath Mishra and his mother Shachi Mata, they were staying in Puri, and then they moved to Navadvip. То есть даже есть факты о том, что мама Шачи, Джаганнат Мишра, они жили в Пури, позже перебрались в Навадвипу. That's why just a little talk. Yeah. That's why he's very, very, very fortunate, like he's such a great person. He, like many people say, he was very humble. That's why even not many people know about him. But he was really very great soul, and it's very good things we celebrate his festival. I am especially very happy because just such a expert devotees come here. I thank all that Vaishnavas, just Paramadvaita Prabhu and Maharaj and Mukunda Dasa Prem Prayojan Prabhu Nimi Maharaj. First time see this talk. Thank you very much for your clarification. То есть, как вайшнавы уже говорили, он славился своей кроткостью, он поражал своей кроткостью и смирением, и никогда не пытался продвигать себя, и, к сожалению, даже мало кто о нем знал, а это величайший вайшнав наших времен, и я счастлив, что этот праздник мог состояться, и что все старшие вайшнавы приняли участие в этом празднике, прославили Махараджа, и что все так замечательно проходит тут. Чайтанья Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху. He posed a number of questions to Srila Rai Ramananda. Задал много вопросов Рай Рамананде. One of the questions. Один из вопросов. Was Dukham Madhe Kon Duk Hoy Guru Ta Krishna Bhakta Viraha Bina Na Deki Надеки пара Кришна бхакта бираха бхина надука деки пара. Чайтанья Махапрабху is asking, among all types of suffering, what type of suffering is the greatest? Махапрабху спросил Рай Рамананду, из всех видов страданий, какое страдание является самым тяжелым? Рай Рамананда, he said that
I don't accept that there's any kind of suffering. Райна Манат ответил: я вообще не верю в страдания, не признаю, что есть страдания. But suffering is Maya. Потому что страдание — это проявление иллюзорной энергии. Srila Bhaktivinoda Thakur said, Atmani Vedana Tua Pare Kori Venu Paramasukhi Dukha Durai Galo Chintana Rolo Chaurikeya Ananda Dekhi. Since I surrendered myself at the feet of Sri Krishna, I have become supremely happy. All my dukkha, suffering has gone far away, and in all four directions I see only joy. Шрила Бхактивинода Тхакур поет, что с тех пор, как я предался лотосным стопам Кришны, я не ведаю никаких страданий. Все страдания покинули меня. Повсюду я вижу только радость. So see, Rai Ramananda, he said, I only accept one suffering, and that is the separation. Separation from pure Vaishnavas. Sri Ramananda сказал, я знаю лишь об одном страдании, это разлука с чистым Вайшнавом. So on this day of the celebrating the inauguration of the Pushpa Samadhi of Srila Pakhima and Prabhu, I think we should all sing together the separation song Jai Nilo Premadana. Я предлагаю в этот день, празднуя юбилей установления Пушпа Самадхи Шрилы Факирмохана Прабху, всем вместе спеть песню разлуки Джай Нила Премадана.